Нифига себе, представитель экспедиции из Москвы. Из Москвы. Просто сплошная Мне компьютерная вот так, графика и да, закические да. такие. Мы хотим так же. Я говорю, это нереально. Все. Ну, а сколько поколений навоз там, на электричках в сумочке возило, да? Да, сорняки растут, но они на строительном мусоре практически там растут. А вот эти вот стоны значит, там эко-биозащитников, зоо, фито. Я видел случай, когда на яблоню. Карает мальчика утащил. Ну, бобер, Увидишь бобра в лесу. Чассус да. съедят, проснемся да, в кровати, стен нету. Дорогие зрители, деревья растут. Растут быстро. Помните об этом. Друзья, всем привет! Вы на канале Блок. Это рубрика подкасты. И сегодня в гостях у нас Алексей Шамарин, эксперт по караеду, Как его знают в народе, лесопатолог и ландшафтный архитектор. Всем здрасте. Ну я, конечно, не ландшафтный архитектор, я себя так больше как просто ландшафтник. Ландшафтник. Общу, общу. Общу, да. Да. А еще да. Леш, первый вопрос: с чего ты начинал, что ты закончил и как у тебя вообще вход в профессию произошел? Ну как начинал, как, как все, как все студенты э, профильных вузов, наверное, ну из тех, все таки вуз профильный, несмотря на то, что ландшафтная деятельность основная, да, mm -hmm. тем не менее там. Базовые всякие предметы там, как бы, физиология растений, дендрология, ботаника, да, то есть, все равно профильная. Ну, и, соответственно, то есть, вроде как на инженера лесного хозяйства учился, но подрабатывал я все в том же озеленении. Ну, вот, в общем-то, как, как и все, наверное, вот. Подрабатывал, подрабатывал, потом, собственно говоря, плавно, плавно переехал уже в само озеленение. Ну, там был перерыв у меня на, значит, экспедиционную деятельность после института мне. Пришлось отдать долг Родине, поездить по экспедициям. Uh -huh. вот. Ну а потом, когда, когда мне надоело ездить по экспедициям, я уже как-то плотненько так увяз в ландшафте. Ну, собственно говоря. Ну, то есть, когда я там. В 2009 году я сделал свой первый проект э, на бумажке, реализовал его. Ну, и вот с тех пор это у меня такая точка отчета. Это значит, самостоятельное плавание, скажем uh -huh. так. Надо отметить, что ты потомственный э, Да, 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 да. То есть, как бы. Находясь в семье лесников в третьем поколении, уже в ДНК сложно было представить да, другой вариант, что я куда-то еще поступлю. Хотя я поступал сразу. Ну, опять же, я когда поступал, времена в стране были тяжелые, никому не хотелось в армию. Там, чеченская, значит, история все еще была горяча. Поэтому поступал я много куда, в том числе, по-моему, в текстильный, в бауманку. Короче, по итогу Листех. Да. Да. Продолжаю не, семейные традиции. Не зря, да? Не зря. Да нет, совсем не зря, нормально. Слушай, ну давай начнем с, с такого прям рассказа про образование на тот момент. Сейчас, наверное, уже что-то поменялось, но в целом база, насколько я знаю, тех дает прям хорошую. Плюс у вас были такие практики, вылазки. Да, практики — это у нас, конечно, прям изумительная совершенно история. Это прям отдельная жизнь. Камшиловка, в общем... Все, кто учился в Листехе, я думаю, меня сейчас поймут. А, ну, да, в принципе, знания нормальные довольно. Но, слушай, это всегда вопрос, а, берешь ты эти знания или нет. Угу. То есть И я как сейчас... ты их используешь потом. Да, да. То есть я сейчас как бы... С высоты прожитых лет смотрю и думаю, твою мать, какой дурак был. Сколько, сколько было возможностей, да, я, там. Ну, понятно, дело что там 18-20 там, лет, я там совсем другие вещи, в общем-то, интересуют. Mm -hmm. Вот, но тем не менее, как бы любовь к биологии была всегда. Да, слушай, я когда учился, у меня вот этого не было. Значит, многие говорят, я всю жизнь мечтал, да, я шел, я пришел, хрена лысого. Вообще, то есть я, типа, плыл по течению, вывозил только то, что, ну, интерес к биологии. То есть я там не так давно в свой диплом заглянул, вспомнил, что у меня оценки очень сильно разнятся. То есть у меня там сплошные какие-то тройки по всяким непрофильным предметам. Угу, Вообще угу. просто там, что это там, экономика какая-то, господи, зачем? Зачем он мне нужна? Да, да, строительное дело, что, ну. Зато как бы все профильные предметы, это наоборот. Ну, то есть, как бы, прикольно. Я не знаю, есть как бы такие, знаешь, вот... Особенности у людей Вот я не знаю, почему я вспомню ск Помню, сколько у краеда там зубов у того или у нового uh -huh. Ну как-то это, типа, о, прикольно uh -huh. Там у типографа 8 зубов на тачке Почему я это помню? Ну вот есть такая, да, какая-то склонность к биологии Интерес какой-то к биологии То есть это к тому, что ну, не напрягался особо. Прикольно. То есть, там ботаника, дендрология, биология значит, все это как бы. Ну, изначально душа лежала. Да, да да, 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 да. Ну, вот. ну и, собственно говоря, все эти предметы нам давались неплохо. Благо, я еще застал там старую школу, старую гвардию. Uh -huh. Норм, норм. Образование было хорошее. Сейчас я не знаю, что там творится. Ну, и говоря. Практика. Да, практика это, это здорово. То есть, мало того что. Ты это сначала видишь учебники, потом тебя везут э, в лес, фактически. Ага. И вы там значит сначала первая, по-моему, у нас там ботаника была, полторы, что ли, недели мы там скакали по лесу, собирали эти гербарии, определяли у -у -у. их, сдавали, потом всякая там а геодезия тоже, кстати. Я ее хоть и не особо там учил, но, но нас учили. Вот там как раз хорошие преподы были. Значит, да, то есть не только ты там все это на бумажке высчитываешь, но потом в поле вот тебе прибор, давай, меряй, там, угу, у тебя угу. ход и все остальное. Вот, энтомология, само собой, тоже, да, там, фитопатология, то есть нас там вводили, я помню, там, практика по фитопатологии началась с того, что мы заезжаем, там, с порога санитарную вырубку провели, и мы такие, нам говорят, давайте, ребят, чешите, считайте пни, смотрите, сколько там, какой процент гнилых пней, угу. какой не гнилых, значит, определяйте, что за гниль, то есть все вот прям буквально наглядно. Угу. Вот это, конечно, прям это дорогого стоит, да. да, да, да. И про экспедиции, которые ты получается сразу после института, да? Да, ты, ну был... это такое потомственное, собственно говоря, Это Матушка. Ну, слушай, как бы было на самом деле желание, да, то есть когда, ну знаешь, ребенком растешь, да, какая-то там вот это вот. Родительская атмосфера, там родители, да. друзья родители да, приезжают, что-то там обсуждают. Все, ну, ты растешь под вот эти вот разговоры на кухне, да, 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 да. там за преферансом и вином. Угу. Ну, вот я рос, значит, под разговоры о вертолетных забросках, значит, об, оти, об охоте на всяких там кабанов, о там, всяких там водных сплавах и так далее. Вот, ну, и, собственно, не то чтобы, опять же, не то чтобы я дофига стремился в эту экспедицию, но да. как бы... Мне эта идея не казалась какой-то отвратительной, даже в чем-то интересной. Но... Корочки отложилось. Ну да, да, да. да. Попробую, да. Да, все так. <свят> вот. Но экспедиция, это нет, это конечно отдельный прям период жизни, это было очень круто там. Опять же это след... опять же люди, которые вот после образования идут на производство профильное, да, а -а -а. они меня поймут то, что ну то есть то, что тебе рассказывают в институте, оно зачастую ну совсем не так, как оно на самом деле. А -а -а. А, опять же, там в институте у тебя есть, грубо говоря, вот такая теоретическая база. Да, те, люди из теории ну, коряво, конечно говорю, ну, может, ну, преподаватели, да. да, вот. да, да. А тут ты приходишь, там производственники. Такие аматеры ну, вот. уже. Все ну, знаю. там, там, там да. разные. Да. Экспедиции это вообще специфическое место. А, ну, и, собственно, да, то есть получилось перенять опыт вот этих людей огроменная, то есть на самом деле там первая производственная практика, то есть еще когда я в институте учился, я пошел собственно вот в экспедицию uh -huh. и всего я не помню, я там не очень долго был, недели наверное три, чем эти недели три мне по по профилю дали наверное больше чем курс по энтомологии, лесной курс по фитопатологии и так далее. То есть У -у -у. Там был интересный начальник партии, еще. соображающий, знающий, такой тяготеющий к науке, какую-то там научную деятельность он еще вел. Вот. И он, конечно, ну, в, общем, в том числе и заинтересовал. То есть это что же в институте? Там? -то так, -то. А тут то есть, человек там немножечко по-другому на это все... Там, показал, как взглянуть и так далее. Ну, uh -huh. и потом уже там, когда я институт закончил, да, уже ездил там в качестве инженера-лесопатолога, uh -huh. значит, главный кайф тут, ну, один из главных, это то, что удалось поездить по разным регионам. То есть я посмотрел, как оно там на русском севере, условно, да, там, там по Вологодской области у меня uh -huh. были сезоны. Значит, там северо-запад Карелии я там работал целый сезон. Да, опять же, для понимания, целый сезон — это... 4-5 месяцев, вот так где-то. Просто в лесу заброска. И... Ну, не совсем в лесу. То есть по классике это выглядит так. Мы едем в какой-то регион. Не так вернее. В каком-то регионе, значит, на местах лесники вот ходят, и вдруг они видят, что-то какая-то там проблема. Ну, вот ага. там. По Вологе была история в том, что то есть, у каждого лесника есть свой маленький участок, да, по которому uh -huh. он должен гулять. Ну, так простым языком выражать. Uh -huh, uh -huh. Вот, и он там всю жизнь гуляет. Такая увлекательная работа лесника, значит. И он вдруг видит, что что-то как-то, ну, типа, дофига леса стало сохнуть, дофига стало падать, угу. да, он там, соответственно, должен как бы сообщать о таких вещах, значит, там, в лесничество. Лесничество э, видит, что таких сообщений там из разных участков много, они, значит, это телеграфируют уже в лесхоз. Лесхоз, опять же, если это дофига вдруг по всей территории, угу. они опять же там, ну, то есть какая-то, ну, нифига себе проблема. Угу. Что это угу. вдруг, вот там, ну, в, в том конкретном случае там елка начала массово падать, начала массово усыхать, uh -huh. ну, и они там, соответственно, в российский центр защиты леса, это, собственно говоря, экспедиция, где я работал, телеграфируют, что ребята, что-то у нас тут неявно не происходит, мы непонятно. Спецназ. Да, и мы такие, типа, охотники за привидениями, значит, все срываемся из славного подмосковного города Пушкина, значит, с барахлом, с палатками, с лодками, там, со всей фигней, с ружьями значит и едем туда, то есть заезжаем там какая-то база, обычно в деревне, ну просто снимаем домик uh -huh. там просто барахло, компьютеры, еще что-то, ну такой офис, скажем uh -huh. так, вот и соответственно там уже на местах, а, то есть оттуда мы там связываемся с работниками местного значит, лесного хозяйства и планируем, что там сегодня сюда поедем, там через месяц сюда, там еще через месяц сюда, то есть ну как-то там где какие проблемы мы в них выезжаем и то есть не то что ты там все 4-5 месяцев значит сидишь в лесу а ты mm -hmm. все-таки ну то есть в лесу там обычно где-то от одной недели до трех там, mm -hmm. вот, заброска то есть mm -hmm. опять же там смотря какой объем то есть там закидывают большой объем ну ребят давайте значит сколько вам там посмотреть опять же есть небольшой опыт ну небольшой начальник он, там, понятно большой он говорит да ну тут леса вот столько там парни типа, за неделю должны пробежать mm -hmm есть товарищ начальник, <свят> вот, а там, значит, побольше, О, ну, тут, значит, там за две недели, ну, ладно, ну, соответственно, там, вот, неделю, две, три ты пользу шаришься, закладываешь там всякие пробные площади, ну, в общем, какую-то там работу делаешь, что... собираешь данные, грубо говоря, собираешь данные, привозишь эти данные из одного места, из второго, из третьего, из пятого, десятого, в конце сезона у тебя этих данных дофига, соответственно, уже есть какое-то общее понимание, да, там, ну, на таком, на базовом уровне, на, на вот. уровне там насмотренности какой-то. А, уже ты худо бедно понимаешь да ну вот я там со своей стороны как инженер-лисапатолог уже худо бедно понимаешь что и как и почему вот ну и потом зимой мы значит соответственно пишем отчет ну это там типа графики какие-то uh -huh, там uh -huh. закономерности еще что-то в общем а, ну и там к новому году по-моему значит там... Отчет сдаем и уже там готовимся к следующему сезону. А, смотри, uh, вот интересно, отчет вы сдали, осмотр uh -huh. сделали, заключение какое-то. Uh, если вот немножко абстрагироваться, что дальше с этим лесом происходит вот, для общего развития? Uh, тут зависит от задачи, uh, то есть вот опять же по волок, где мы работали, там там много вот ельников сыхало падало. Uh -huh. uh, практическая сторона нашей работы, если отличиться вот просто вот аналитики такой лесной. Практическая сторона вопроса была максимально простой. У нас тогда были полномочия вот своей царской рукой взять и выписать санитарную рубку прямо на месте, прямо в лесу. Ну, типа на вырубку, да? На вырубку, да. То есть я прихожу, я значит там не хрен собачий, я значит там нифига себе представитель экспедиции из Москвы. Из Москвы. Да, да. Угу. Ну, слушай, нас там ценили и задабривали, да, да, и большие взятки предлагали. Я тогда был молодой и глупый. И, в общем, ничего я не заработал в экспедиции. А, значит, и я да своим вот ну, то есть я закладываю пробную. Ну, не, не то, что типа пришел, да, ребят, рубить. Но, соответственно, там какие-то бумаги, естественно. То есть, я прихожу, я вижу, что с лесом проблемы для отчетности я там закладываю пробную площадь, такая, которая требуется. Угу. Значит, в пробной площади у меня указываются, ну, получаются цифры которые у меня э, позволяют отвести санитарную рубку и я говорю ну там сплошная да там мы не мелочились там uh -huh. вот я подхожу о значит тут все беда значит так что там квартал такой значит вот эти вот эти вот эти вот выдела все в сплошную санитарную рубку тут значит там очаг стволовых вредителей Значит, вместе там с корневой губкой. Все, ребята, это надо срочно рубить. И вот эти вот документы, они очень быстро, то есть мы их так вот. Uh -huh, с колес сделали, uh -huh. они уходили. Там, я дальше не знаю, там, конечно, сложности: что-то зарубали, что-то не зарубали. Ну, в смысле, что-то вырубали, а что-то нет. Ну, понятно. Но в целом это происходит рубка, вывоз древесины, ну, и да. дальше потом закладывают снова какие-то посевы или что. Вариантов очень много. Ну, то есть, да, вырубили там в том или ином виде, ну, или, может быть, не вырубили, там разные были истории. Uh -huh. Вот, это, это уже как бы за кадром. То есть я там свою работу делаю. То есть я прихожу, я вижу, что ну все, угу. лесу пипец. Значит, его можно в санитарную руку отдавать. Можно. Все, я, значит, все, что от меня зависит, я делаю. Даю начальнику. Начальник, соответственно, там местный лесхоз все эти бумаги отдает. Что там дальше с ним происходит или не происходит, это для меня за кадром. Сам понимаешь, это всегда вопрос не маленьких денег. Ну, понятно. Нет, То я есть просто так в теории. Истории непростые. Значит, <с дальше <с засаживается лес или не засаживается. Ну, слушай, это тут огромную делина, но надо лекцию большую прочитать. Если mm -hmm. коротко, вот да, давай немножечко мифов развеем. Давай, — Давай-давай. — Если коротко, вот эти вот стоны, значит, там, эко, био, защитников, зоо, фито, mm -hmm. а, о том, что ой, кошмар, кошмар, лес рубят, а ничего не сажают, это все ну, такая фигня. Mm -hmm. Во многих случаях, я не скажу, что во всех, да, то есть действительно есть, есть места, где неплохо бы лес искусственно потом посадить. Но чаще всего это идут, эти, эти места, это какие-то, не знаю, там, подверженные эрозиям какие -то. Mm -hmm. Ну, то есть это далеко не везде это требует, Скажем так, в меньшем количестве случаев действительно требуется лес сажать. В большем количестве случаев, ну, если я там про, про европейскую часть нашей страны говорю, он прекрасно растет сам. Uh -huh. То есть, естественно, возобновление, то есть, если ты грамотно правильно рубишь лес, да, в первую очередь не очень большими площадями. Uh -huh -huh значит с соседний лес вот стена леса осталось оттуда будет, летят там, семена ну, все ну. это зарастает там за 2-3 года там через 2-3 года ты на вырубку там пройти не сможешь там щетка будет березовая такая шкраву uh -huh. вот в других как-то экспедициях там допустим вот в Дальний Восток мы ездили там совершенно другие другие у нас были задачи то есть есть такие э, вредители очень массовые как например шелкопряды uh -huh. то есть когда э, да опять же у тех или иных насекомых, <с> есть колебания численности. Uh -huh. То есть, есть некая фоновая численность, нормальная, скажем так, которая, ну, если коротко, она такая, в балансе. Uh -huh. А бывает, когда вот складываются определенные условия, вдруг внезапно численность там какого-то вида возрастает там в, в разы, в десятки, там в сотни раз, там многократно. Uh -huh. И, ну, одно дело, когда возрастает численность там, не знаю, ос каких-нибудь, в принципе, в Москве периодически да, вот какой-нибудь год отличается, что много ос. Угу. Вот, ну, вот имейте в виду, если вы вдруг заметите, что много ос... В компоте. Да, в компоте, <с Go> то, значит, у них сложились условия, и численность скаканула. А когда подскакивает численность не таких безобидных товарищей, а вот в данном случае шелкопряда, то это просто караул. То есть, когда там, сотни тысяч гектаров леса остаются без хвои, Mm -hmm. то есть, да, я такой первый раз, вот в 1998 году, я ездил в экспедицию. Я первый раз на это посмотрел. То есть, лето, Пензенская область, я захожу в лес. Это была вспышка непарного шелкопряда, а лес голый то есть там зеленого нету ничего. Просто that's ничего. That's awesome. Да, и при этом ясный солнечный день, но ты слышишь звук дождя. Это жрут гусеницы, ты прям слышишь, как они жрут, и гадят, ты слышишь, как, собственно говоря, вот это вот говно насекомое падает на землю, и, то есть этого настолько много, что ты слышишь это буквально, то есть это, ну, это действительно такое зрелище прям сильное. Трагедия. Да, и на самом деле, если это происходит на огромных территориях, то это чревато потом очень-очень большими последствиями нехорошими, ну то есть… Если по лиственным это еще туда-сюда, лиственные породы, они более пластичные, в общем-то, могут восстановиться. То есть не так сложно для них. То для хвойных это прям, это, ну, все, это сухостой. Mm -hmm. То есть, если вы с сосны обдерете всю хвою, то как бы она сдохнет почти okay. наверняка. Mm -hmm. Соответственно, когда это происходит на огромных территориях, появля получается огромное количество сухостоя. А отсюда ну прямое следствие вот те самые пожары которые мы время от времени наблюдаем я не скажу что во всех этих пожарах виноваты шелкопряды но в том числе вот эти вот пожары это следствие вот этой вот бабочки которая взяла и расплодилась ну и соответственно с этим можно бороться Uh, то есть, вот когда, опять же, там вспоминая кароеда, говорят, что а вот в советское это время все обрабатывали, самолеты uh -huh. летали. Значит, так, от Караеда никогда ничего не обрабатывали, все это фигня. Uh -huh. А вот от таких вредителей обрабатывали и обрабатывают. Но ты же не можешь ну, вернее, не то, что не можешь, не очень здорово каждый год брать из самолета поливать все подряд. Uh -huh. Ну, в общем, соответственно, мы должны предсказывать. Предугадывать, мониторить просчитывать, сюда, когда да. это. Да. И, соответственно, опять же, есть некое понимание, с какой периодичностью там численность шелкобряда возрастает. Соответственно, когда мы ждем, что она вот может подняться, да, мы начинаем ситуацию мониторить. Ну, в том числе мы выезжали, то есть, в вот Хабаровский край, у нас там обследование было 2,5 миллиона гектар. То есть мы там скакали по тайге. Самая длинная моя экспедиция была 5,5 месяцев я там шарился. Вот, и просто считали численность шелкопряда, то есть мы ходили, делали околот, то есть там тоже примечательная история такая. Там находишь вот дерево, на котором ты предполагаешь, что могут быть гусеницы, uh -huh. вот как их ты их там посчитаешь. Вот. Надо по нему постучать, чтобы гусеницы осыпались вниз, то есть под низом. Стелится, ты стелишь, 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 да, мы там парашюты использовали, ага. то есть такой полог здоровенный, где-то 15 метров в диаметре. Ага. Срубаешь какое-нибудь дерево, камлевую часть от него отрубаешь, бревно такое, метра два, и, соответственно, вот у тебя дерево, которое тебе надо околотить, и ты к нему вот это бревно представляешь вот так к нему стучишь. <связь> вот, а потом ползаешь по этому значит, пологу считаешь? и собираешь гусениц, да. А, считаешь, определяешь... Половой состав в некоторых случаях, ну, там по гусеницам, по-моему, нет, я не помню уже, mm -hmm. вот, но там по короедам мы такой... То есть, э, занимаешься уже такой тоже околонаучной деятельностью. То есть, количество насекомых, там, половой состав, количество больных еще там, всякие лабораторные анализы можно делать. Вот, то есть, такая большая-большая работа. Э, ну, опять же, да, по завершении, то есть, к твоему, возвращаясь вопросу, такой длинный ответ. Мы вот в данном случае мы весь сезон собирали данные, в конце сезона у нас есть на руках статистика, опять же ее еще до отчета уже на глаз видно. Угу. То есть в нашем случае было все спокойно. Соответственно, на основании вот этих наших данных принимаются уже решения о химических обработках. Ну мы сказали, что не надо, все. Угу. То есть в, в других случаях там, ну я не присутствовал, но коллеги, да, когда вот там большую численность набирают, они как раз говорят, да, все, ребят, на следующий Срочно, год да. планируем, вот, ну и все там заряжают uh -huh. самолеты всякими там хитрыми препаратами. Опять же, для тех, кто переживает, там используются в основном биопрепараты, то есть в советское время, по-моему, использовался дендробуцилин, могу наврать, по-моему, так. Uh -huh. То есть эта штука, это ли бактерии, то ли вирусы, которые поражают только гусениц сибирского шелкопряда. Все, то есть. Это, в общем, безопасно для всех остальных. Угу. А, да, по короедникам, да, то есть в Вологде мы выявили, что дофига короедников. Наверное, в отчете мы рекомендовали использовать биометод, то есть есть фермы жуков хищных, угу. есть такой жук. Uh -huh. Страшный враг короеда, Вот его специально разводят на фермах. И если там... Да, есть зря, большая так. численность, да, его опять же там ходят и тоже там самолет или как-то, ну короче, внедряют в лес, он там бегает uh -huh. и очень серьезно, значит, подъедает короеда. В каких-то случаях там еще были у нас работы, ездили на Юга, Ростовская область, там мы как раз делали весеннее контрольное обследование. То есть там местные ребята запланировали как раз химические обработы по... Этому сосновому пилильщику, ну, uh -huh. то есть тоже такое насекомое, которое сжирает хвою на сосне. Вот. <coughs> есть вероятность, что за зиму они все там в подстилке передохнут, не перезимуют, и, соответственно, вот мы весной приезжали, рыли подстилку, тоже там эти пробные площадки uh -huh. закладывали, считали численность, и мы тогда, по-моему, тоже зарубили эти обработки. Ну, там, по-моему, изначально было понятно, что это просто местные, немножко это все деньги, no, да и мы там попрыскаем нам, uh -huh, значит, uh -huh. вот, а мы приехали проконтролировали, сказали а давайте вы не попрыскаете, тут никого нет чего вы нам типа лапшу на уши вешаете ну то есть там задачи на самом деле очень разные ну, вот. то есть если обрабатывают шапочки из фольги не стоит одевать как бы и переживать смотря это, где смотря от чего то есть тут тут есть разные опять же, сценарии на жесткой химии поливают леса ну, я сейчас не скажу эксперта, не моя немножко область. Ага. То есть я так в общих чертах знаю. То есть я, я этими обработками не занимался. То есть, да. моя задача, она такая более Аналитическая. если можно так сказать. Слушай, вопрос, наверное, традиционный. Вот вы в лесах тайги, зверье есть? Ну, это прям классика из классики. И что, делаете? Ну, есть. Слушай, во-первых, очень меняется. Ну, я вот он, жив, хотя ружья у меня в экспедиции не было, то, потом. Спустя годы заимел ружье. Uh -huh. Непонятно зачем оно мне до сих пор. Ну ладно, неважно. Короче, в экспедиции я работал без ружья, и вот, все, со мной, в порядке. Очень хорошо меняется вот это вот восприятие. Я помню, там, ну, не первый сезон, но один из таких там, первых сезонов 2006 год, Волог, да. И там поначалу ходишь. Ну, вроде уже там не первый год в лесу работаешь, но все равно вот это ощущение, что типа, а, блин медвежьи следы увидел. черт, блин, куда он шел туда? Ну давай я в другую сторону пойду. Знаешь, там ну, такое. Ага. Некая опаска была. В конце сезона. Там с товарищем такие репчишем, типа, может, хорошие пробные площади закладывать домой, скоро. У нас ни грибов, ни ягод. Нафиг мы и так все уже поняли. По грибов пособираем или ягод. Пойдем. Значит, ага, что тут, а, так говно медвежий, что он там брусник жрал, так, куда он ходил за них, он туда пойдет, <свят> ну, то <точно> есть <там. свят> то есть, грубо говоря, за всю свою работу в экспедиции медведя я вот так, чтобы я, ну, увидел и сказал, медведь, я не видел ни разу. Но зверь боится человека. Да, да, да. Любой то есть, чем. на европейской части, то, что я работал, ну, слушай, ну, бобер, увидишь бобра в лесу. Вот, ну там, не знаю, там норка какая-нибудь. Ну вот, ну все. То есть там даже лосика увидеть. Я уж не говорю там про медведя, Я уж тем более не говорю про волка. Это все почти там нереальная история. Угу. А на Дальнем Востоке, да, там, конечно, поинтереснее было. Там в таких мы местах побывали более очень да? глухих, угу. да. И там, конечно, я поглядел там и изюбряк там был. И... О, ну, больше что на самом деле, бурундуки вот этот самый кайф. Я там не особо переживаю, что я так и не увидел белогрудого медведя. А вот то, что там Бурундуков мы лицезрели каждый день, это такие лесные клоуны, это прям там, поднимало настроение там, нереально. Ну, такие вот. толстенькие, да? Ну, они смешные, просто. Они играют, что-то шишки эти друг у друга отнимают, визги, драки. То а -а -а. есть, это ну невозможно это описывать, это надо снимать это ну, заверек а -а -а. очень интересно. А, -а, -а. а так в целом. Все это фигня. Зверья в лесу, если у тебя нет задачи его специально увидеть, скорее всего, ты никогда и не увидишь. Такая история. Ну, я говорю, это только, наверное, какие-то насыщенные, реально голодные регионы, если вот, ну, в плане, где много зверей, то есть там есть случаи, когда там, да, медведь в деревню пришел, да, что-то, а здесь в центральном регионе, мне кажется, у нас вообще в проблема, наоборот, встретить. В этом плане как раз начинает выделяться Московская область, потому что, вот, по-моему, в прошлом году у меня товарищ, гуляя по какому-то там лесопарку в Пушкина uh -huh. э, напоролся на медвежьи следы, uh -huh. Uh -huh. Прям в черте города проснулся Мишка, то есть э, сейчас другая проблема, то есть есть очень четкая зависимость, где много охотников, там никогда в жизни ты зверя не увидишь, не потому что они все перестреляли, потому что зверь очень хорошо знает, что uh -huh. это человек с палкой, ну нахрен, yeah. вот, э, соответственно там, где этого не происходит э, ну, зверь наглеет, если так можно сказать. Где этого не происходит? Этого не происходит там, ну, например, где очень глухо. Угу. То есть какой-то там Магадан, Якутия, да, там, если ты заедешь туда, где человек не бывает в лесу, то да, угу, там угу. можно нарваться. Либо наоборот, это какие-то совсем урбанизированные территории, где вот как там, лосиный лосин парк, остров да. наш. Да. То есть там вот эти лоси, которые выходят, совершенно никого не боятся. Угу. При этом надо понимать, что лось гораздо опаснее, чем медведь. Угу. Вот, То есть э, ну, есть нюансы. Но. Так, в ландшафт-то как перешел? Да я и не уходил, по большому счету. Работал в экспедиции, но это летняя работа. Зимой, значит, это отчет писать. Времени зимой дофига, и я, значит, вот как в институте я подрабатывал там в дружественной озеленительской конторе, так я, собственно говоря, продолжил подрабатывать, когда состоял на службе в, в, в экспедиции, опять же, платили нам в экспедиции, не платили, то есть я зимой получал 5000 рублей в месяц, как бы, это уже там 2006, там 2007 годы, 2008. Переводь на наши деньги, я не знаю, тысяч... 10, 15 ну, да. Что-то маленькое. Собственно. Ну, ну, с, ни о чем в любом случае. Вот. Ну, и, соответственно, что, зимой, времени дофига. Там в контору мы ходили официально два раза в неделю. Угу. Работали на дому. То есть мы, мы как -то, вот, вот эту удаленку, да, как это. Придумали мы, давно, да? Да, мейнстрим, да, 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 да значит еще еще до ковида мы этим занимались, ну соответственно времени дофига я собственно ездил по зимним посадкам, то есть долбили, ямы вот эти вот перфораторы, да. значит промерзшие мало того выкапывали где-то из леса зимой растения, то есть да. ну это все еще, ну ты ну, понятно, понимаешь ты вещь, это еще да, да, да такая да, дикая в общем сфера наша зеленительская была, да, в общем да, чем да. мы там там только не занимались, вот соответственно потом я из экспедиции ушел, устроился в парковую реставрацию от нее я тоже вот последнюю экспедицию как раз в Хабаровск. я ездил, не совсем от лесозащиты, ну, там такая mm -hmm. манипулятивная достаточно была схема, короче, на субподряде у той же лесозащиты мы mm -hmm, работали. Mm -hmm. вот. Но, вернувшись из экспедиции, я как бы уже был устроен э, вот в эту вот контору парковой реставрации, которая тоже мне там дофига всего дала, то есть меня там автокаду научили, 3 d макса научили, какому-то проектированию там плюс-минус научили. То есть то, чего у меня не было вот в Листехе, я это получил вот на производстве в парковой реставрации. Mm -hmm. Матушка у меня, собственно говоря, в озеленении не работала и работает до сих пор. Mm -hmm. да? Ну, то есть ты все равно в этой сфере, ну, никуда ты из нее не денешься. Не mm -hmm. так получалось, что, знаешь, там какие-то заказчики от старой конторы, знаешь, такая тема, что там звонят, там, Елена Васильевна, мы с вашей фирмой работать не хотим, uh -huh. а вот с вами лично очень хотим. Uh -huh, Давайте, uh -huh. ну, типа, начальник ваш вас мудак, uh -huh. а вы хороший специалист. Ну, то есть, как бы, ну, понятно, понятно да. что этика, мы там, ну, там, долго не хотели, и все. Ну, короче, по итогу, там, какие-то, знаешь, отдельные, там, заказчики из другой конторы, которые uh -huh. а, сделали, а, значит, один, там, свой участок, потом купили второй, уже обращаются не в эту вот контору, а непосредственно к нам, там, uh -huh. ребята, вот мы вот с вами хотим. Uh -huh. Ну, и вот uh -huh. так вот по итогу, то я говорю, там, 2009 год, э, как раз вот одна из наших старейших заказчиц, э, поселок Зеленый Мыс, до сих пор помню. Вот сделали там небольшой, соответственно участочек таунхаус вот подключен, то есть проект нарисовали сами и и все работы, собственно говоря, по производству тоже сделали сами, ну почти все, там автополив мы тогда не делали, это подрядные дорожки мы тогда не делали, ну и мы их сейчас не делаем. Вот, ну и все и там каждый год уже грубо говоря там в, деся... в девятом году по моему два объектика мы сделали в десятом уже побольше в одиннадцатом прям вообще что-то хорошо в одиннадцатом по моему а в одиннадцатом по моему я уже парк сокольники делал mm -hmm. то есть там mm -hmm. рост был кстати очень такой лихой то есть прям прям бегом бегу да да, да да опять же вот этот парк сокольники это такая у меня отправная точка была когда я поучаствовал в большом производстве то есть до этого какие-то мелкие объектики uh -huh, были, uh -huh. а тут что мы я сейчас не помню, короче мы там газоны сделали несколько гектар, я сейчас не вспомню сколько, ну как там несколько то ли два, то ли три, то ли четыре, я сейчас не вспомню. Uh -huh. И сам понимаешь, это работа с городом, это работа с парком, это работа там уже с техникой, с какими-то там целыми там толпами рабочих, ну, но да, это да. такой прям очень крутой новый опыт. Вот, ну и все собственно, вот после сокольников уже по большому счету, да, по-моему у меня еще тогда работал так. Опять же, летом я там делал какие-то объектики и уходил ну, специально под них в отпуск из парковой реставрации, там либо положено, либо за свой счет, а зимой возвращался в офис. То есть сидел, там что-то рисовал, опять же, проектировал. Да, да, да. слушай, сейчас у тебя получается такая специализация, все равно. То есть ты ландшафтник с лесопатологическим образованием и большой экспедиционной такой у тебя опыт за плечами и специализация на данный момент у тебя все равно вот, мне кажется больше в лесные участки ну слушай да нет ну трудно сказать на самом деле mm -hmm. как бы это любимое дело это моя профессия а -а да то есть допустим там ну, не знаю за проектирование как-то там в инстаграме глупо рассказывают да там, в mm -hmm. телеграме ну я в нем ну не то что ничего не понимаю но меня этому не учили я понимаю но самое не а не делаю, да там ну как бы там обрезка та же самая. Я занимаюсь обрезкой, но я не хочу никого учить. А это как бы тема, которую я очень хорошо знаю, в которой я ну, там по ней много большой. работал. Да, Понимаете? и я как бы про лесную часть, я чувствую в, в себе силы рассказывать, дискутировать и так далее. Uh -huh. вот. Ну и опять же, некое такое, знаешь, типа у меня вот дипломчик есть. Mm -hmm. да. У тебя есть диплом? Нет. Вот, вот. Как бы, то есть, это такое, такая медийная сторона, да, а то есть, мы же друг друга в основном-то не, вот, не вживую видим. Когда да. мы там с тобой последний раз жюрием встречались, Вы, вот. кстати, хотя как, как раз в, в Тверь ездили, с тобой, да, в избушке, вот. Хотя вот ощущение, что мы, ну не ощущение, а общаемся там регулярно, но да. мы общаемся через соцсети, да, 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 и соответственно отсюда вот такой вот э -э образ создается, да, чем человек занимается uh -huh. или не занимается. Вот я не могу сказать, что там лесная какая-то направленность она основная, она такая у меня, скорее сопутствующая. То есть uh -huh. основные Основной свой хлеб я зарабатываю на самом-то деле вот на классическом, на простом озеленении. Uh -huh, uh -huh. То есть зайти сделать какой-нибудь там участочек там, 10-20 соток с нуля, это вот у меня по сумме там, потом смотришь: ну да, типа вот тут я заработал больше, чем на каких-то обработках от крае, да, каких-то там консультациях, еще чем-то таком. Uh -huh. вот. Но хотя, да, вот этот медийный образ, какой-то, который я там сам себе слепил, так он. Это же наоборот хорошо, потому что специалистов по э лесу, скажем, прямо мало. Вот, а у тебя есть вот это закрытие ниши да. это, в, в правильном ключе? Я почему у тебя спросил про а, именно ландшафтный дизайн с точки зрения лесных участков, потому что а, ну частый запрос какой? Сделайте газончик, uh -huh. да, uh -huh. в лесу. Вот. Да, да, И да. людям получается нужно объяснять, доносить, что это невозможно, что нужно как-то все-таки да, смотреть. Ну, это возможно, а, но, будущее. но не надо. Но, возможно сколько, да там вырубать инсоляцию повышать нет или... у меня один участок вот есть например они а, они просто раз в неделю высыпают семена mm -hmm. там всегда зелененькая травка классная <с красивая она сходит, она да 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 то есть они чаще чем удобрения сыпят семена ну ну вот так, может, так не надо так делать, да, но да. есть варианты. Поэтому здесь, мне кажется, очень правильно ниша и, собственно, на этот. Счет... Ну это некое везение, ну не то что везение, ну типа так совпало. Ну угу. вот. То есть, опять же, не то, что я ни к чему к этому не шел. Это вот, ну, типа, знаешь, мне Само там... сложилось. Да, собственно. 25 лет я работаю в экспедиции, ну, там, халтурю где-то, да. То есть, я, я, слушай, я вот до самого последнего дня, там, в институте и даже в экспедиции, я вообще не, не планировал ничего там дальше, чем на сегодняшний вечер, грубо говоря. Ну, вот как-то оно идет и идет. Ну, там, Предложили поработать там, то окей, давайте поработаем. Предложили участок сделать, то окей, давайте сделаем там. Предложили какое-то обследование, еще что-то. Ну, то есть вот так вот. Mm -hmm. Да, и сейчас я уже как-то, ну, не сейчас, конечно, там, с определенного момента я уже стал, повзрослел, там, началось какой то там, хотя бы мысли, что куда двигаться, как развиваться тогда. Вот, но в определенном смысле мне, мне повезло, то есть я, грубо говоря, имею там какой-то опыт, который я могу сейчас реализовывать. И опять же, да, лесные участки... Это, это же еще очень долгая тема. То есть я же захожу на объект э, как? Как вот... Э, как То есть я прихожу mm -hmm. еще до покупки. На, на иногда. То есть меня... Ну, иногда, иногда меня прям ждут, типа, чувак, давай посмотрим. Участок очень нравится, но без тебя покупать не будем. Это, это редко. Это очень, кстати, правильно. Ну, это круто, да. Подход, то есть хоть, хоть кому-то я это доношу, да, да. И мы приезжаем, я говорю, ребят, норм, да. Все, покупайте. Все, они покупают они такие, все классно, здорово, потом меня там, знаешь, вызывают через там год, два, три, как стройка, значит, конечно. да, на какие-то там этапы, да, там либо там на, на стройку, либо на ее завершение и потом уже, значит, там разговариваем разговоры за проектирование и уже угу. там излиний, но это очень такая длинная цепочка, я тут не могу похвастаться, знаешь, типа законченными кейсами. что довел вот, до конца. Да? да, там 10 лет назад меня позвали на участок, и вот через 10 лет... об руку, да, все прошли. Да, сделали, значит, вот такую вот историю. Но здесь человеческий фактор, я думаю, что просто... Нет, не какие... человеческий фактор, это просто... Ну, особенность такая. То есть люди иногда строятся же там, ну, не иногда, не за год, не за два, да. зачастую. Это же долгая история. Да. То есть у нас, у нас был один участок, туда нас... Нас очень звали, хотели. То есть, барышня сама живет, работает в Москве, но она питерская, и вот она там, гнездо, Питер, ну, там, ну, вот это вот. вот. Uh -huh. Она там строилась хрен знает сколько времени, вот, и потом нас звала озеленять, ну, там, ну, лесной участок фактически, да. Uh -huh. то, есть, то есть, она с нами познакомилась еще там, когда вот я там в институте учился, грубо говоря, uh -huh. да, а, там, делали ей участок в Москве. И потом, спустя там годы, я ж не помню, там год, наверное, 12-13, мы вот ездили в Питер делать, делать ей участок, то есть там 10 лет вот такая вот история. С лесом такая же вещь, да, то есть э, я, я надеюсь, что вот те там, значит, осмотры, которые я там провожу вот там сегодня, грубо говоря, да, что через там 2-3-5, может, 10 лет я приеду на них уже сделать ландшафт. Угу, вот. угу. Ну, то есть просто, просто особенность, долгая такая вот схема. — Слушай, если на лесе останавливаться... А... Особенности лесных участков о, -о, -о сплошные. Кварнули. Спло да? Сплошные особенности, да, да, да. Слушай, ну самая, самая сильная, самая, самая большая особенность, наверное, заключается в том, что внезапно люди э, понимают, что ну, нельзя все купить. То есть мы же привыкли, на, мы избалованы. То есть, типа, сейчас что там пожрать да, и доставку закажем. Угу. Что там, куда-то слетать, съездить? Да, не вопрос там. Что-то сломалось, сервис, ну, или там новое. Ну, то есть ты, если у тебя есть деньги, ты получаешь удовлетворение любого своего запроса. И очень многие на этом как бы прокалываются в лесу. То есть в плане стройки. То есть люди заходят со стройки, они вообще не думают. Что там с деревьями? Сейчас закончим, вот ботаников позовем, все сделают. Угу. Не сделаем. Ребята, ну как бы, ну нет. Ну вот, ну, то есть особенность. Самая главная, пожалуй, особенность то, что у нас там масса ограничений. То есть невзирая там на все твои возможности финансовые там и прочие. ну вот как бы. Биология есть, биология. Там, не мы не умеем воскрешать мертвых, вот я так скажу. Вот. И. Слушай, там этих, ну вот особенно я даже не знаю, с чего начать, то есть я сейчас так перебираю, вот можно про это, про это, про это, я понимаю, что Давай мы зарываемся. по чуть-чуть, ну тень, влага, mm. болезни, Не, я бы с другого вредители. начал, ну смотри, вот у меня ощущение, то есть я когда прихожу на лесные участки, мне заказчик говорит, я вот так хочу, uh -huh. и он мне показывает какую-нибудь картинку, романтическую мне, такую. Да, либо это откровенный там фотошоп, да, либо… Студия э, какая-то там 64, что-то там 24, летает по, по всем просто запросам. У нас в год, я не знаю, раз пять, наверное, приходит, где лесной участок, uh -huh. участок высокие такие, знаешь, сосны, камни, вот такие в газоне, газон такой изумрудный, да, и да, 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 который которые да, у нас да. в жизни не вырастут. Просто сплошная компьютерная графика, и заказчики такие, мы хотим так же, я говорю, это нереально, все <смех> <смех> Точка. Да. откуда вы это берете вот либо какие-то знаешь там вот они по европе поездили показывают какие-то там старые дома в лесу говорят, я вот Финляндия, что -нибудь что -нибудь такое, ну, неважно да. я даже не разбираюсь но опять же надо понимать да ну типа это либо photoshop либо если он был в европе ну чувак а ты спросил как это получилось сколько лет да то есть очень многие же думают что мы сейчас найдем красивый лес и в него заедем потому что вот там выглядел вот так угу. вот. а там выглядел вот так но происходило не так там сначала заехали потом посадили этот лес он вырос то есть там есть история она длинная и то есть люди не думают о том что заехать вот в лес ну лес мы когда говорим да мы все-таки имеем в виду не деревья там 5 метров высотой угу. а все-таки что-то вот большое крупное от 50 э... старше типа того да вот. И люди совершенно не, не, думают о том, что это ну, нереально. То есть есть лес разный, у него масса особенностей. То есть какие это деревья, какой у них возраст, какой породный состав вот его древостоя. Да? То есть это все важно. Там сочетание разных пород. Это, то есть очень много особенностей, их там все надо учесть. Если мы там про московский регион говорим, да, то есть, ну, я не знаю, 8 из 10 объектов, на которые я приезжаю по поводу, значит, там лечить елочку заведомо можно я понял что с ней значит вот 8 из 10 объектов это ельники на тяжелых каких-то почвах то есть ну типа не надо покупать старый ельник на тяжелых почвах это как-то на наш объект где вот где самосом работали вместе а ну один из да. половину под вырубку там еще не самый печальный еловая губка да да вот, то есть, люди вообще не думая, покупают. То есть, им кажется, можно заехать. К... То есть, они выбирают лес по принципу: ой, нравится, ой, красиво. Мне елочка нравится, мне нравится темный лес. Вот я сейчас куплю какой-то угу. ельничек и там построюсь. Мне тоже нравится ельничек, мне тоже нравится темный лес. Красиво, я... да. Ну да, но, ну, типа, ребят, нет, ну, не получится. Это все сдохнет. Вы не сможете застроить там сырой ельник без ущерба для этого ельника. Угу. Вот. То есть, вот это, наверное, главная такая вот особенность, да, а, а, дальше, уже, а дальше уже, ну, какие-то более мелкие такие вещи. То есть, если, если, окей, у тебя получилось застроить старый лес, ну, просто тебе повезло, потому что, не знаю, там, дубы с липами, да, на uh -huh. каком-то хорошем месте, не, не, не очень мокром, да, или просто деревья еще молодые достаточно, да, ну, короче, ты случайно купил лес, который простит тебе все эти значит, ошибки. Потом, да, потом начинается, типа, урожай желудя. Нифига оно по крыше молотит. Вообще, как, как тут, ну, у нас и, вот пару и... лет назад был урожай и было много запросов, давайте вырубим дуб, я не, ну я не могу. Они, ну, Град, ну, да, да. То есть, есть вылезают вещей. вещи, которых люди вообще даже не подозревали. А самое главное вот эти желуди, когда падают там в цветнички, в посадки еще что-то с таким вот корнем просто там за две недели, там за три, да, наверное, да, да, его не вы не выдрать ничего это вообще. Да. Что вот это? есть другая история, но она, конечно, уже такая более общая. Но все-таки в лесу она более ярко выражена. Когда люди зашли, все классно построили, озеленили, все сделали идеально, а а потом как бы все хуже и хуже картинка выглядит. То есть люди забывают, что деревья растут. Вот, ну вот внезапно. Uh -huh. ну вот, вот мы сейчас я сюда ехал, созванивался с товарищем, я говорю, что там корректировка по ценам на обработке будет? Он говорит, да, слушай, мне надо на пару объектов заехать, посмотреть, там деревья уже выросли, мы не можем их по этим деньгам обрабатывать. Понимаешь, а нам времени, ну там типа 5 лет, что ли, там вот этот объект. Ну понятно. Там за 5 лет уже, ну то есть сначала мы там доставали с земли, а сейчас уже на дерево лезть надо. Это по обрезке. Знаешь, вот объект режешь 2-3 года, там уже дерево просто обросло полностью, ты говоришь, слушайте, вот в этом году у вас там, ну, такая-то такая, цена, такая, тебя спрашивают, а почему? Ну, типа, а в том, году такая же. Ну, во-первых, извините меня, инфляция, да, все <связано> да, дорожает, да, инструмент да, дорожает, да. труд дорожает, так у вас еще и деревья растут на минуточку. Да, да. <связано> то есть о том, что, дорогие зрители, деревья растут. Растут быстро, <связано> помните об этом. Вот, Но если мы там про лесные участки говорим, то есть наделали каких-то композиций классных, там теневыносливые всякие цветники, всякие там на почве, все здорово. Но там через 5-10 лет э, тот древостой, который был, он вообще закрыл весь свет. И даже то, что сделано классно, по-моему, спроектировано. То есть не газоны какие-то, да, 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 и не флоксы под елочкой высаженные, да, где оно, ну, оно выглядит хреново. И как бы ты заезжаешь, говоришь, ребят, вам тут надо либо вырубать часть деревьев, прореживать надо, угу. Либо как-то начинать уже, ну, по-хорошему обрезкой давно надо было заниматься. Но сейчас вам надо и заниматься в полный рост. Если мы сохраняем деревья, давайте мы там будем держать компактно, потому что у меня <laughs> был один заказчик, у него, то есть он купил лесной участок, и, и он говорит: мне надо, не деревьев надо, много деревьев. Говорю, ну, у вас и так, я, я больше хочу. Ну, на кино, окей, значит, там запроектировали, посадили, ну да, посадили, он говорит, ну мало, давайте еще. Мы такие, так ну нельзя, Николай, ну темно будет. А мне, он говорит, мне нравится темно. Говорит, да вам-то понятно, что нравится. А деревья не будут расти. Да? Почему? Ну, как бы, ну... Ультрафиолетом подсветим, да? Слушай, у меня есть пара мест, где я уже хочу, да, чтобы на улице было именно такое освещение. А что, на ствол повесил и Ну, не на ствол, там... Ну, если вековой лес, да, и подлесок, чтобы подсветить. Нет, кстати, да, можно. Нет, ну, это чаще всего наоборот где-нибудь там на... То есть у меня была такая идея, где сделан есть, участок со склоном. На нем здоровенная площадка. И получается, что под этой площадкой склон он весь в тени, и что с ним делать? Угу. То есть заказчик говорит: давайте чем-нибудь засадим. Я говорю: ну, а жить оно, как там будет там да. темно всегда. Ну, вот. И говорю: ну только если вот лампы вешать. Он ну давайте повесим. Но ну, вот. ну, у нас не срослось, но, как идея, ну, вообще, почему, да, почему нет? То есть, есть, мы деклевые. дома ставим, то есть это можно на улице реализовывать на самом деле. Да. Хотя у меня ни одного такого примера пока нет, но я думаю, что. Когда-нибудь появится. Да, да. Может. Сейчас послушают такую идею нашу. А что, теплицы светят? Да, да, да. В чем проблема? На подоконниках сейчас у всех. Дождь мы тоже искусственный делаем. Поэтому почему нам не сделать искусственный цвет на самом-то деле? Можно, Уже помочь. одной проблемы меньше. Да. <laughs> В лесах. У меня просто лес все время, знаешь, он, когда лесные участки, когда человек говорит, что у нас весь участок лесной, запрос, допустим, у меня всегда легкий такой, знаешь, ужасающий, просто какой-то тремор возникает у -у -у. внутри, потому что есть реально лес а есть запрос клиента. И запрос клиента, ну, в 90% случаев он не совместим с лесом. Вот. У нас в кейсах, там, как это да, принято говорить, есть несколько готовых объектов, которые давно уже сделаны. Но это простые объекты, в том-то и дело, что там нету никаких изысков, то есть там высажены какие-то тени любивые там, кустарнички. Тени выносливые. Тени выносливые. Любивых нету. Да, да. Правильно поправил. вот Тени выносливые какие-то многолетние, да, то есть там, где пытались даже вот как ты говоришь посеять газон, он ну три травинки, он же все равно а, просто это все вымирает, ну да, да. из-за отсутствия света. Кстати, Конечно. любимая вот эта тема строителей перед продажей участков засеять все нафиг свеженьким да, газоном, да, а отфоткать да. вот создать иллюзию изумрудного какого-то царства угу. и просто люди то заезжают и потом такие, а что у нас с газоном? А вы не могли бы, ну нам что сделать? Геотекстиль убрать. Да, это вообще в лучшем случае без геотекстиля просто посеяно, да. Ну да, все да, знаю, знаю, это, да, да, знаю, знаю. Вся эта история, поэтому вот э, даже когда вы смотрите участок э, перед покупкой, ну вот эту картинку покупаться не стоит, когда вековые деревья вот этот изумрудный газон, ну, да. которому утру две недели, он ровно через две-три недели. Отредактировано еще. Да, да, уйдет, выйдет. Ну вот а по лесам, если по полям, по 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 полям. <laughs> если по лесам клиент, допустим, смотрит вот себе участок вот по твоей практике, что лучше смотреть? Ты обмолвился, что еловые вот эти mm -hmm. все mm -hmm. не очень хорошо. Я понял, да. А что хорошо? Хорошо молодое, mm -hmm. значит хорошо сухое. Ну если мы про Московскую область говорим да, наверное... Но сухое не в плане деревьев, а сухое <свят> <свят> в плане почвы, грунта. <свят> в плане деревьев тоже хорошо, нет дерева, нет <свят> проблема. <свят> да, в плане грунта я имею в виду, значит, это из того, что ты можешь понять, ну, типа, как, как не специалист. <свят> То есть, ну, Худо-бедный человек может понять, посмотрел. что. Ну, ги... во-первых, гидрология есть, да. ну Опять же, сухой там или не сухой участок, тут все-таки для стройки выбирают. Но вот имейте в виду, что влажные участки, они не только для застройки сложны, но и для леса тоже. Я не скажу, что это плохие, но это точно сложные участки. Значит, э... ну сух... под сухими я еще подразумеваю, что это желательно, чтобы почва была полегче. Песок, грубо говоря. Песок, суписи, что-нибудь такое. Вот э, по породам, мой личный рейтинг это сосна, клен, дуб, липа, mm -hmm. вот, наверное. Вот, наверное, те деревья, с которыми э, меньше всего проблем. Это не значит, что их нет. Не бывает у этих mm -hmm. деревьев, но если мы рассматриваем как насаждение, э, с ними обычно попроще. В другую сторону, старые деревья, естественно. Значит, ельники. Березники. березники. и осинники, да, это вот три, -то вообще тоже. три породы, которые... Туп. Ну, как бы, для, для ел... Ну, да, это три породы, которые там на рубеже, ну, для елки где-то 40 лет, 50, может быть, опять же, от условий зависит. Для березы с осиной, ну, тоже где-то там лет 40-50. Это те, те породы, которые, скорее всего, либо вообще вам не дадут сделать лесной участок, ну, дом в лесном участке, да, либо те, те породы, которые из вас выкачивают много денег, нервов, где будет происходить вырубка там, каждый год тех или иных деревьев. Ну, в общем, а но... вырубка в таких местах, она очень сложная. Да, дорогая. По кусочкам да, 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 нужно да, разложить да, дерево. Да, если это дерево еще и на дом приляжет, то масса, масса, масса с нюансов. Вот. А дальше надо смотреть, то есть, может быть, и старый ельник неплохим, в редких случаях, но такое может быть, да, а может быть, и молодой там, сосновый лес плохим. Вот. Угу. Что касается поддержания и обслуживания вот таких лесных участков, мы сейчас О, до краеда дойдем постепенно. Опять же, все. Но смотри, давай так, чтобы не вдаваться прям совсем в э, детали и подробности, да, можно, можно сказать следующее. Чем меньше вы совершите ошибок в, в процессе застройки, э, тем значительно меньше денег и сил вам потом потребуется на то, чтобы это дело поддерживать. То есть, грубо говоря, Простой пример. Если вы ограничили перемещение, ну, то есть с умом подошли к перемещению строительной техники и рабочих по территории, если они не бегают и не ездят, где им не надо. Ну, по корням. Да, да. То, возможно, старыми э, соснами и елками вам не надо будет заниматься вообще. То есть они просто есть, и вы радуетесь. Угу. Если вы этого не э, проконтролировали, да, то вам надо будет, ну, как минимум, там, двух-трехкратной обработки вот краедов, что на сегодняшний день стоит там, ну, где-то 3, 3 500 за дерево, там, а может быть и 5, и 6, и 7, и 10, если так прям очень сложное дерево. А когда это целый лес у тебя? За одно да, дерево. За одно. Да, да, 3, 3, 3, 3 500 это такое вот старт. А почему? Потому что каждую такую сосну высокую нужно индивидуально, получается, подниматься как раз, да, и Да, это технологически сложно. Ну, то есть цена оправдана, это не то, что там я тут поскольку самый крутой. Нет, я не самый крутой, есть люди, которые лучше в лесу понимают и дороже берут за свои услуги. Вот, это по рынку, грубо говоря. И проблема в том, что Ну, то есть, один раз испортив дереву жизнь совершенно несложным образом, потом вы это дерево всю жизнь держите на обработках. И без них оно погибнет. Ну, то есть дерево вы не... инвалид, по сути, Ну, да, под да, по да, большому счету. Да. Вот. То есть, ну там, кроме обработок, еще всякое там почвенные инъекции, всякие стимуляции, короче, периодическая периодически мониторик аварийности, там корни сгнили, не сгнили, что как оно раскачивается, не раскачивается, там система стабилизации кроны, которая тоже требует обслуживания. Короче, лесной участок, если в нем натворить ошибок, может э, пошатнуть даже очень уверенных в себе с экономической точки зрения людей. То есть ага. там столько денег можно зарыть. При этом надо понимать, что эффект от вливания такого количества денег, ну в общем будет достаточно посредственный, то есть там... просто успокоение. Да, да, то есть проблема в том, что, ну смотри, тут мы на самом деле так плавно подходим к таким фундаментальным проблемам, то есть вот о чем я говорил, что имея деньги, да, нам кажется, что мы там можем, можем все получить, нет, угу. а, в работе с деревьями, с лесными участками мы фактически упираемся в фундаментальные э, научные проблемы. Мы, ну, у нас нету, то есть вот этот вот термин лечение деревьев я очень не люблю, потому что он лукавый. Нет никакого лечения деревьев на самом-то деле. Есть защита, есть какие-то там хирургические методы, а вот так, чтобы, знаешь, я там сейчас препаратиком попрыскаю, да, или там инъекцию какую-то сделаю, и все будет здорово, но мы тут крайне ограничены. Здесь то скорее есть... поддержание. Да, не, мы можем вылечить там, ну не то чтобы вылечить, мы можем уберечь дерево от не знаю, там от мучнистой росы, угу. вот. А, ну, опять ну, же, смотри, в этом году мы уберегли, а в следующем году добрый вечер. Да, 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 нет, ну, там, само собой. А, а вот так, чтобы, знаешь, там гниль забороть, ну, хотя бы просто, чтобы она перестала развиваться. Цемент мы не в умеем. Дупло. Ну, цемент Это сарказм, друзья. Так не надо делать. Вот, то есть... Тут проблема -то в чем? Нафиг вы кому эти деревья сдались с экономической точки зрения? То есть если если мы хотим победить гнили, должны быть большие научные исследования. То есть не mm -hmm. надо думать, что дерево это типа там вообще ничего сложного. Ну нифига, это живой организм, там сложная биохимия, там очень сложные взаимоотношения с патогенами. То есть это ну это большая серьезная наука. Mm -hmm. Чтобы ей нормально заниматься, туда нужно вкладывать огромные деньги. А дальше вопрос: мы туда огромные деньги вкладываем, чем мы получим-то назад? То есть я понимаю, когда мы разрабатываем фунгициды, да, там для для поли, для сельхозсектора, там понятно. сельхозсектор — это как бы ну экономически выгодно. Да. да. А лес, ну, ну кто кто вот эти вот оплатит изыскания? Угу. Ну, то есть поэтому вот мы понимаем, как ему не навредить, а вот как исправить эти ошибки, мы зачастую просто не знаем. Вот поэтому вот это самое главное. Не надо, Ну, то есть отнеситесь ответственно. Если не отнесетесь, вы можете вообще все деревья поехать. У меня были такие э, участки в практике, когда там, звонит человек и говорит, вот вы там по деревьям, там специалист, там все дела. Я говорю, да, мне тут елочку надо полечить. Вот это тут вот классика. У меня елочка болеет, надо полечить. Я уже как бы ну, я обычно заранее проговариваю, там фотографии мне пришлите, я вам даже по фоткам, наверное, скажу, полечим мы ее или нет. Присылают мне сухостой. Желтая. Да, вот, или даже зеленая. Но я уже вижу, что там я и уже все, по да. телефону говорю. Значит, смотрите, я ее не полечу. Ну, если вы хотите, чтобы я приехал и сказал, это лично, вот посмотрев на дерево, да, там за платный выезд, я, конечно же, сделаю это. И люди, естественно, говорят, нет, давайте, мало ли там, значит, я приезжаю. Ну, то есть. Вот у меня как минимум один был, ну такой самый-самый, самый показательный, когда я приехал полечить елочку. А выяснилось, что там надо вырубать вообще просто все, все, все деревья, вообще все. То есть человек купил участок, еловый, кстати. Вот. Застро... Причем застраивал его бережно, вот это еще один момент. Но а просто сам застройщик небережно застроил весь поселок. да. Я приехал, я понял, что тут прям вот начало короедника в полный рост. А, ну и просто человек огрыб вместе со своими соседями. Ну, то есть не только у него съели, съели там. Uh -huh. У многих, и подчистую, вообще все. Ни одного не осталось. А человек хотел вот именно вот тут вот так. То есть, прикинь, он там переплатил. Как бы там действительно были красивые ну, участок был красивый. Uh -huh. но, но вот так. Так и сложилось. Так сложилось, да. Yeah. да, да. Вот, поэтому даже даже все деревья можно потерять, ну или какую-то значительную часть в этом нет ничего сложного, я это очень часто вижу. Ну вот по краеду, как раз, раз уж затронули, э -э смотри. Краед просто так, в принципе, вот насколько мне мое понимание и знание дает объективную картинку, он просто так не заселяется, то есть очень голодный какой-то год. Просто так даже кошки не родятся. Да, соответственно, заселение краеда происходит на ослабленные деревья. То есть если у нас дерево полноценное, здоровое, чувствует себя прекрасно, то краед туда вряд ли в принципе прилетит. Вот. Поэтому давай немножко про краеда все-таки. Ну да, тема-то горячая, тем более сейчас в преддверии. Если мы учебник откроем, примерно это там и написано. Что, ну, то есть, первое, что надо понимать, это не что-то лабораторное, это не что-то из-за бугра завезенное, не что-то там экзотическое. Нет, это краеды, и не только, там, усачи, златки, там, все остальные насекомые, которые питаются так или иначе растениями, это все наши местные законные обитатели Аборигены. наших да, полей и лесов, угу. значит, там, болот и рек. А, у них есть своя роль в, в том месте, где они находятся. Значит, вот если говорить про краедов, то это утилизаторы. То есть они участвуют в переработке органике вот если так прям совсем совсем вообще говорить ага. то есть их да их задача в лесу значит либо отрабатывать но ну, это такой термин то есть дерево съеденное короедом называется отработанное дерево uh -huh. значит они отрабатывают либо то что упадало там за зиму упадало, какое слово я нашел ну короче но... все 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 что упало да какие-то значит там живые деревья просто ветром снегом повалило вот они должны их Отработать, равно, переработать, uh -huh. да, то есть они прилетают, они съедают определенную часть там, этого дерева. На себе они приносят дерево, разрушающие грибы. Значит, дерево, разрушающие грибы, уже, соответственно, все это дело разлагают в почву в uh -huh. превращая, грубо говоря. Uh -huh. Значит, соответственно, да, но они, опять же, в биологии нету никаких вот четких границ, да, я всегда говорю, что это вот в математике дважды два, а оно четыре, а в биологии дважды два, ну, да, четыре, иногда, там, иногда четыре чай, с половиной, да. Да, иногда там три <с, с копейкой. Вот, то есть вроде как они утилизаторы и должны заниматься э, утилизацией, собственно говоря, либо уже упавших деревьев, либо деревьев, которые совсем больные mm -hmm. и плохие, но иногда бывает, что они, в общем-то, и вполне жизнеспособные деревья могут поражать. Это вот как раз, возвращаясь немножечко назад, когда происходит вот вспышка массового размножения, да, то есть когда происходит подъем численности, они тупо просто вот толпой, просто колхозом могут забодать вообще совершенно нормальные деревья. Это, собственно говоря, вот у меня так на практике было, там, производственное. Uh -huh. Мы приезжаем, я только что там, сдал значит, все экзамены по фитопатологии, энтомологии, там четыре там отлично uh -huh. прошел, значит учебные практики, то есть вот, 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 и поехал, значит, на производственную практику по лесозащите, и чуть ли не там, не на второй день после моего приезда начальник нас там повез на короедник, э -э вот классический, надо было там как раз вот посчитать численность да. и все такое. Мы приезжаем там, ну, по всем вот внешним показателям, елка здоровая, первой категории. говорит, начальник, ну как, я ж вот, ну, не бывает же, он uh -huh. говорит, ну, типа, Бывает, если корояц заселил, значит это дерево там не, не первой категории. Но это такая двоякая история. Тут <свят> то же еще вопрос, как оценить нам состояние деревьев. В общем, да, они лучше это дерево, это, это оценивают. Вот. Но, ну, короче, э, в норме да, это так. Но все, э, тем не менее, всякие исключения, они бывают. Благо, что это именно исключения. Все-таки, то есть не надо думать, что если у вас хорошие нормальные деревья, то вот такая вот прям корояцкая опасность будет у вас каждый год. Это ну вот десятый год было такое исключение, когда uh -huh. прям были мощные мощные пожары, uh -huh. да там. ну вот в восемнадцатом году нельзя сказать, что прям исключение, но тоже была такая довольно ранняя жаркая и сухая, самое главное, что сухая весна и тоже много чего поели, то есть те деревья, ну то есть деревья, которые, если бы мы их просто поливали, даже взрослые деревья, то скорее всего у них проблем бы не было, то есть был засмаливание как раз вот это, да не не засмаливание, ну просто весна, в дереву надо много воды, вот. Если этой воды не хватает, то у дерева как бы, ну ему трудно. Сейчас там не будем вдаваться в биохимию всякую, тем более я не тот человек, который мне готов сильно вдаваться. В общем, засуха весенняя – это важная штука. Значит, если если она случается, то могут быть очень серьезные последствия. В том числе вот и ну дерево может погибнуть, потому что его съедят. Ну просто потому что ему вот трудно вот конкретно сейчас. Если его просто поливать, например. Не знаю, что мы лес должны поливать всегда и всюду, да, но да, да. то есть тут я к грамотности призываю. Звездочка, сносочка. Сносочка, да, да. То есть вот, ну, просто такой вот один пример. Значит, вроде как деревья хорошие здоровые, но вот просто тяжелый период. Если да. в этот тяжелый период их немножечко поддержать, скорее всего, дальше вы там еще там, 10 лет, а может и больше, к этой проблеме не вернетесь. Ага. Вот. Но в целом, да, это утилизаторы, они должны съедать. Ага. плохие деревья а, смотри вот свежий сад сажается высаживается создается а. и ну, нередко используются собственно обыкновенные кедры и гели различные не тоже не, нередко а очень часто ну, даже. Да. да вот а, здесь что с профилактикой растение, оно в любом случае подвержено риску, mm -hmm. насколько я понимаю. Конечно, конечно. Потому что подрублена корневая, какое бы это классное производство ни было, даже контейнерка, да. все равно это все высаживается. У тебя что, не стопроцентная приживаемость нет, на объекты? Нет, нет. Ты, наверное, плохой специалист, я думаю. Да, да. Это опять сарказм. Ну, все так, да. То есть, смотри, ну, есть технология производства тех или иных работ, в том числе посадки дерева. И она, да, должна в себя включать вот этот вот этап защиты. То есть я все время в пример прихожу операцию, там, удалили аппендицит. Ну, чувак, после удаления аппендицита не надо бежать на там футбольное поле, пинать мячик, да, и там безудержно бухать и вообще жить там так, uh -huh. как ты привык. Uh -huh. Uh -huh. Да, будь добр, соблюдайте определенный режим, наверное, там антибиотики какие-то пропить, да, там какие-то ограничения по физике. ну, то есть. Вот операционный период. Да. Он должен соблюдаться. У дерева, грубо говоря, то же самое. Вот мы его посадили, давайте мы его вот после посадки будем сопровождать какими-то вещами, которые в нормальной ситуации дереву не нужны. Ну, элементарные колышки. Вот мы растягиваем деревья, чтобы да. они стояли ровно, прямо, да, не расшатывались. Ну, мы же не на постоянку это делаем. Это же, вот, ну, просто. Потом, ну, на год. На да. год, на два, там, на три от размера, да, зависит да. от ситуации. Потом убираем. То же самое с обработками если это не какие-то там высокодекоративные сорта, какие-нибудь там краснолистные вот эти вот клены, да, которые вечно в мощности России, да, и да. они не будут без или э, барбарисы, фунгицидов, да. да. или барбарисы, да, без фунгицидов, они так и будут мучнисты России. много uh -huh. вопрос, что вряд ли она их погубит, но будет некрасиво. Вот, в, другой, в любой другой нормальной ситуации вот эти вот обработки, они временные. Ну, то есть, если мы говорим про стволовых вредителей, как на наиболее таких опасных, да, первый год, Мое мнение, это обязательно. То есть даже, тут есть коллеги, которые нам говорят, что надо просто очень ответственно подойти к процессу. Ну, типа, если вы все сделали правильно, значит, не надо обрабатывать. И я с ними согласен. Но проблема в том, что для нас часть процесса остается за кадром. Посад... Но если, если представить, что, вернее так, даже если представить, что весь цикл от производство в питомнике, вот у меня типа есть питомник, я там сам произвел посадочный, я его сам выкопал, я его сам доставил, я его сам посадил. Но ну, вот только если это все сам своими руками делаю, да и то где-то я могу накосячить и не заметить. А что уж говорить, когда мы просто приезжаем на торговую площадку или питомник, где она еще постояла уже. Да и покупаем. А потом загрузка, разгрузка, это все равно тоже микротравмы, корешков каких-то. Вот, хотя, блин, сколько оно на таможне простояло? Да, вот да. оно там поливалось на таможне? Да, Нет, да, <свят> <свят> я так думаю. А сколько оно там стояло? А в какой период оно там стояло? Да. Насколько там ком пересох? Вот, то есть вот для нас вот часть от этого процесса, она остается за кадром. Поэтому, чтобы нам подстраховаться, чтобы нам компенсировать, перекрыть чужие возможные ошибки, нужны вот эти обработки. Угу. Есть ли вероятность того, что э, вот свежий сад посадили, и мы этими обработками, скажем так, подсаживаем на иглу этих обработок само растение, нет. что оно как бы станет, ну, таким простым языком, лениться в будущем? Нет, это чепуха полнейшая, ну, если мы про короедов говорим, про, про насекомых в целом, угу. про насекомых, давай так, чепуха полнейшая, скажем так, если у вас все, все действительно сделано правильно, да, ну, нет каких-то грубых ошибок, да, там, как кто... Заглубление. Заглубление корневой шейки. Как не, не, не развязали мешковину, да, кольцо вокруг ствола, он там удушил. Ну, если не развязали, ему все равно хана в любом случае обрабатывать, не обрабатывать. Ну, то есть, если нет грубых ошибок, да, мелких там, сколько угодно может быть. То есть, если, если в целом вы молодец и все сделали правильно, никакой зависимости в этих обработках у дерева не возникнет. Это совершенно точно я могу сказать. Там по удобрениям, да, это вроде как может быть. И по поливу, я согласен. Опять же, там, знаешь, вот это вот колечко вокруг дерева. Из капельничка сделай, да, чтобы оно поливалась. Но ну, окей, хорошо сделал. Не очень понятно, зачем. Ну, ладно, допустим, на там, первые там, 2-3 года какой-то дополнительный полив дереву. Но если мы оставляем на постоянку, а еще особенно, если мы через систему полива водорастворимые удобрения удобрение добавляем, я, кстати, противник да. водорастворимых удобрений через систему полива. Mm. Вообще. Мне кажется, это только газонная история. Вот. И, ну, короче, во-первых, система... У... Да, у меня всегда вопрос, как вот это вот количество хотя бы того же азота повлияет на насос. Черт знает. Ну, форсунки же, сами все там Все равно соль. Это же соль. Она все равно где-то ну, оседает. Да, где нет, еще давай, слушай, давай так. Насчет там форсунок, не форсунок, да, там вода разная. На некоторых объектах там... Железо столько, всяких, да? да, там без всяких... Там мы два раза на один объект, мы ездим там два раза в сезон промывать. Ну, просто коров. То есть, когда вот такое вот колечко делают, да, это чревато тем, что, ну, если это большое дерево, то есть, там, неважно, елка, например. Вот она растет много-много-много лет, у нее корона разрастается, а нафига нафигаем куда-то ползти. Ну, слушай, вот. Uh -huh. тебе все налили, вот. соответственно получается, да, в этом смысле мы подсаживаем дерево, корневая не развивается, его потом вываливают целиком, uh -huh, просто потому uh -huh. что корневая маленькая, а она маленькая потому что нафига ну куда uh -huh. в плане, значит, инсектицидов, ну по-моему это чепуха полнейшая, может быть там кто-то из более серьезных ученых умов тут может мне что-то возразить, я послушаю безусловно, но я себе слабо могу представить какой то такой механизм в плане фунгицидов мне тоже сложно это представить, но там все-таки сильно сложнее. То есть отношения с грибами это. Ну, то есть, если насекомое просто при... прибегает и механически, что-то сгрызает, uh -huh. то отношения с грибом это э, отношения химические. Uh -huh. Там, черт его знает. Там все uh -huh. очень сложно. Uh -huh. вот. Другой вопрос, что неумеренным вот таким вот неумеренными обработками вы можете получить у себя популяцию каких-то супермощных вредителей это да это может быть но и хороших различных помощников таких погубить просто да 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 а, да. а тем более всяких пчел шмелей это вообще они там с любой фигни ложатся да, да 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 то есть нет негативный эффект он безусловно может быть но вряд ли вряд ли это будет прям какое-то привыкание но я mm -hmm. не могу себе такое представить честно говоря Смотри, карает э, и дом из Бревна. О, Господи. Давай, отвечай за это, пожалуйста. Есть же вот это поверье и какая-то даже. Опасение. Опасение, да, там. Боязнь. На днях я ездил, когда вчера кажется. Вчера, по-моему, у меня пять участков было на консультации. Чуть не сдох. Мне заказчики еще до этого. То есть мы с ними договорились. Они значит, меня ждут, и тут, по в пол в полдвенадцатого, что ли, не звонок, или там пол одиннадцатого ночи поздно. Я уже спать собирался. Алексей, Очень извиняемся, что так поздно звоним. Но у нас, короче, там беда, беда, караул. Купили стол из этого массив, Карагач, угу. и у них из этого карагача вылезло что-то страшное. Ну все, у нас деревянный дом, ужас, ужас. Сейчас все да, съедят, проснемся да, в кровати, стен нету. Да, 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 да. Работа леспатолога подразумевает, что я еще и психотерапевт. То есть я там успокаиваю людей, что да нет, ну господи, ну успокойтесь. Нет, давайте так, закроем эту тему раз и навсегда. Ничего похожего на термитов, даже близко, в нашей стране нет. Ну, во всяком случае, на европейской части, если мы там куда-нибудь на юга поедем совсем, может быть там... Что-то такое более сложное, да и опасное мы найдем, но в целом. Вот хороший пример: блин, старые деревни деревянные. Не знаю, там, ну вот в Архангельскую область ездите. Посмотрите на эти там заброшенные даже деревни. По 150 лет. Да. Mm -hmm. Ну, как вот они стоят, и вы что думаете, они там обработаны какими-то составами, препаратами? Да, нет, конечно. Да что это не нужно. Ну нет у нас таких насекомых. У нас там черный домовый УСАЧ, условно считается опасным вредителем таким техническим, который может там, вот, сухую древесину жрать. Угу. Сосна Кела. Но... Сосна Кела это другая немножко. К ней перейдем. Это же сейчас достаточно популярный материал при строительстве бань. Особенно. Ну, как я вижу, да. То есть, а сосна Кела это как раз уже убитая краедом сосна сухостой которую выпилили и ее преимущество на рынке обуславливается тем что она не дает усадку то есть из нее можно построить баню дом и сразу типа вот пожалуйста заходи живи но здесь есть момент с грибами. Там дофига моментов, на самом <с деле. Ну, давай так, я тут немножечко, на самом деле, не в свою компетенцию, да, я все таки не плотник, не строитель. У меня, конечно, было древесиноведение, где нас учили всяким механическим свойствам древесины, мы изучали пороки. Ну, в общем, вот эта вот техническая сторона, она у нас была, но она не относилась к биологии, поэтому она у меня так мимо прошла. Значит... Я тут давай зайду со стороны именно вот биологической. То есть про усадку я говорить не буду ничего. Угу. Просто поверим. Окей, не дает усадку, хотя я в этом сомневаюсь. Но поверим. Значит, какая проблема? А, то что да, вот это келла, да, это ну сухостой, хотя нам сейчас скажут, нет, э, сухостой это не келла, это разные вещи. Нет, это сухостой. Это сухостой просто как позиционируют, я не знаю, производители можно тут говорить, но ну, лесозаготовители, наверное, да, так будет да, правильно. правильно. То есть люди, которые вот эти вот э, усохшие сосны спиливают в лесу, лесозаготовители, наверное, все-таки, да, э, они нам возразят и скажут, что это ну не везде типа сухостой, ну, это вот особые места, где будет келла, угу. и это типа крутой сухостой, угу. и этот крутой сухостой он круче, чем не сухостой. Угу. Значит, смотрите, никакой глобальной разницы в сухостое из Карелии, или из там, не знаю, Московской области, или из Сургута, или Ростова, или из любого другого региона, вот никакой принципиальной разницы не существует. Везде вот эти вот деревья умершие, они отрабатываются, как я ранее сказал, стволовыми вредителями. Ну, не бывает по-другому. А все стволовые вредители так или иначе на себе растаскивают грибы. Что я опять же ранее приговаривал. То есть там должен совершиться вот этот круговорот веществ в природе. Uh -huh. Ну, не бывает по-другому. Вот древесина ⁇ это еда. Не самая вкусная, но все-таки еда. Ее можно есть, соответственно, в природе будут те, кто ее едят. Соответственно, покупая себе вот такую древесину, вы должны точно понимать, что там абсолютно точно были караеды или усачи или златки или еще кто-нибудь, кто, кто ее вот первично обглодал, uh -huh. скажем так. Uh -huh. И эти ребята вместе с собой обязательно принесли какие-нибудь грибы. Если мы говорим про европейскую часть, про сосну обыкновенную, то это почти в обязательном порядке это будет глубина синева, цератоцистис. Это я сейчас латынь попытался такая, вспомнить. Такая серая каемочка. Серая синяя каемка, да. То есть это глубина синева. То есть синеватая древесина. Это группа деревоокрашивающих грибов. Они могут древесину окрашивать в самые разные цвета. Она может быть красная, она может быть синяя, она может быть зеленой, фиолетовый. Есть uh -huh. масса вариантов. Да, и вот когда вы на срезе видите, что uh -huh. вот есть вот это вот кольцо по периметру, ну она uh -huh. обычно там 5-6 сантиметров где-то так, то, ну вы просто этот гриб видите, угу. то есть угу. даже если это была бы там елка, на которой я сейчас не вспомню, если такие деревоокрашивающие грибы или нету, mm -hmm. ну то есть даже если вы их не видите, мы по факту подразумеваем, что они там есть, угу. вот, то есть это, чтобы их там не было, такое, ну просто невозможно. А, чем это плохо? Ну это это грибы, которые питаются древесиной, это грибы, которые ее разлагают. Угу. А дальше вопрос э, условий. То есть, если, если у вас дом сложен хорошо и правильный, он не, под, не, не подмокает и все здорово, скорее всего, ничего страшного. То есть, даже если мы возьмем какие-нибудь учебники там как раз по тому же древесиноведению, по всяким таким вещам, по техническим проблемам древесины то мы увидим, что даже в советские времена вот эта вот глубина синева не расценивалась как какой-то серьезный порог. Mm -hmm. Но тем не менее, ее присутствие уже снижало сорт. То есть mm -hmm. нам говорили, mm -hmm. если оно там есть, это уже типа, не высший да. сорт, это уже так подешевле. Mm -hmm. Она может возникнуть и на, на, на живых деревьях, uh -huh. на самом деле. Не обязательно, чтобы прям сразу сухостой был. Uh -huh. То есть вы можете по пойти купить обычные пиломатериалы, и там эта глубина синева тоже будет. Такое исключать uh -huh. нельзя. Желательно, чтобы ее не было на самом деле, ну, в общем, uh -huh. ничего страшного. Вот. Но если у вас какие-то есть ошибки, если где-то конденсат собирается, если где-то просто с крыш протекает то будет повышенная влажность и вот такая древесина будет гнить гораздо быстрее. Uh -huh. Вот, опять же, я тут сейчас немножечко не моя компетенция, да, я тут не, ну понятно, что если подтекает крыша и вода течет, даже на нормальную древесину тоже ни хрена хорошего на самом деле. но я подозреваю, что в каких-то вот промежуточных ситуациях, когда вот ну нету настолько очевидной там дыры в крыше, да, через которую хлещет, вот где-то просто повышенная влажность какая-то, то ну, как минимум у этой древесины нету преимуществ. Ну, окей, может быть, нету усадки. Uh -huh. Может быть. Вот. Но в любом случае, она. Да, нам чего еще производитель-то заявляет, лес Он нам произв... заявляет, что это из крайне северных регионов, там очень суровые условия, которые ну, каким-то образом дерево закаляют. Uh -huh. Ну, в определенном смысле так: то есть, там годичные кольца Меньше. А, плотнее, uh -huh. а, соответственно, их больше и вроде бы как да действительно древесина с таким количеством годичных колец очень большим она считается более прочной я правда, вот хоть убей не могу представить нахрен тебе прочность древесины если ты сруб делаешь ну что, что что ну ты на что на что рассчитываешь что что у тебя должно с этим зданием происходить чтобы для тебя играла роль вот эта вот прочность бревна ну серьезно ну вот но надо понимать что да это как бы Сухостой с большим количеством колец, он будет прочнее, может быть, чем uh -huh. там, обычная какая-нибудь сосна, да, срубленная там, в Московской области с а, большими кольцами. Uh -huh. Но если мы возьмем обычную сосну, растущую рядом, заготовленную естественным способом, да, то есть живое дерево uh -huh. срубленное, там тоже будет дофига колец она выросла на том же севере, но только она ну, пока не отрабатывалась этими вредителями, она хотя бы вот этих проблем решена. Uh -huh. А с точки зрения колец она точно такая же, поэтому ну по моему мнению это очень классный маркетинг, uh -huh. то есть какие-то ребята такие давай занимаемся да занимаемся вот нет в ее защиту можно сказать, что если вы рассматриваете ее с точки зрения декоративной да мне нравится как выглядит ходы караедов Синева мне не очень нравится, но я допускаю, что она кому-то нравится. Норм, никаких проблем. Да, если рассматривать ее как декор, вполне, вполне. Uh -huh. ну, вы, надо понимать, что вы платите только за декор. Не надо там рассуждать про прочность, долговечность, еще что-то uh -huh. такое. Все это фигня. Слушай, вот опять про короеда. Давай разберем вот этот вопрос с его летом, когда он летит, когда заселяется. Какой цикл? становления личинки из подростка Биология. Да, во взрослую особь. Биология И бывает ли а, какая-то вторая там волна, от чего это зависит, в общем? Биология короедов. Ну, не только короедов, стволовых вредителей, да, во-первых, маленький ликбез. Под короедом у нас принято называть все то, что живет деревья. Это не совсем корректно, ну, как бы обывателю позволительно говорить, нафиг бы ему разбираться, да, но если вы коллеги, если вы себя позиционируете как специалисты в зеленой отрасли, используйте термин «стволовые вредители». Угу. Если вы, конечно, не говорите о каком-то конкретном насекомом, угу. как крает типограф это словосочетание <свят> уже все московины на но тем не менее в нем нет ничего обывательского, да, и с типографу, с полотыни, крает типограф. Можете повыпендриваться, можете называть его восьмизубый караэт, это будет тоже правильно. Значит, стволовые вредители очень разнообразные. Мы просто привыкли, краед, караэт, потому что ага. мы в Московской области ну, живем. Да. У нас из стволовых вредителей действительно краеды наиболее жесткие ребята. Но если мы вот на юг посмотрим, там и Златка. Да, там вот эта вот кипарисовая Златка сейчас, прям караул, буйствует, караул причем, буйствует. Да. Да. Хотя, не знаю, там, ну, надо бы повнимательнее поразбираться. Там еще есть такой товарищ, как Туевый Лубоед. Uh -huh, uh -huh. Он просто гораздо мельче есть у меня под, Ну, просто в Москве тоже люди потрошат деревья съеденные, такие личинку усача, Сача. Вот такой жирный говорит, вот короед съел дерево, ужас, ужас. А я смотрю, я понимаю, что, ну, типа, это личинка у во-первых, не караеда. Ага. Вот, а во-вторых, нет, не она съела дерево. Она ну, за общий стол пролетела. А первые-то, ребята, это вообще какой-нибудь там гравер обыкновенный, там, жуки в миллиметр. Я подозреваю они а не такая же история с этими туями, что, может быть, вот туевый лубоет, вот там на югах именно он первый пакости, А Златка, просто она большая, красивая, ее видно, и мы все на нее. Ну, я тут не буду утверждать. Это мои такие размышления вслух. Бывают еще из стволовых вредителей бабочки, например. То есть, всякие там древесницы или стеклянницы, у них гусеницы тоже там могут питаться древесиной. Бывают еще рогохвостые долгоносики. Ну, короче, там список богатый. В разных регионах ситуация может очень серьезно отличаться. То есть, uh -huh. где-то самые опасные действительно короеды, uh -huh. где-то златки, где-то еще кто-то. Uh -huh. Если говорить про московский регион, да, действительно, короеды это самое-самое. Хотя по ясенью, там как раз златкие вы чаще всего ясень съедают Если мы говорим про сосную ель, две наши такие самые краенские породы, которые используются в озеленении Ну ясень, вот ты часто сажаешь ясень? Я тоже ни, ни разу помню, не сажал я тоже, вообще, я тоже не знаю Я как даже забыл, засал. как лист выглядит вот. А и елка, да, этот типа ну, сажают все и много так вот, там похожая история. Во-первых, что важно понимать, краеды там разные. То есть вот у нас сейчас, какое у нас число, Десятое у нас сегодня число. Определенно. 10 апреля. Ну вот по сосне краеды летают уже где-то с 1 апреля, наверное, летают. Они самые-самые ранние, еще снег лежит, а они уже летают. А по елке еще неделю днем и ждем. То есть у них разница. То есть по елке краеды вылетают где-то на почти месяц позже, чем по сосне. И они, собственно говоря, не едят сосну. А сосновые краеды не едят елку. То есть тут много-много-много-много нюансов. Вот, по, то есть это отвечает на вопрос, когда вылетают по сосне в нормальные годы, где-то в районе 10 апреля, 20 апреля в этом диапазоне. Соответственно, по елке где-то там 1 мая, 10 мая. То есть, нам Киеп... этот выпуск надо оперативно выпустить. А, ну, в идеале, конечно, <с да. Хотя можем сильно не успеть. Короче, первая волна весной, она самая лютая, она самая опасная. Не знаю, стоит ли удаваться совсем в подробности. Но если коротко это и время для деревьев такое не очень приятное в том плане, что оно ну, очень много дел, надо просыпаться, опять же после зимы может быть какие-то поврежденные, ну в общем такое время специфическое и короеды все примерно просыпаются плюс-минус рядом и это важно, то есть важно для короедов ребята мелкие работают колхозом, то есть не может один жук взять и забодать дерево им надо прям толпу собрать то есть прилететь всем колхозом и съесть когда разные виды просыпаются примерно в одно время им вот этот колхоз собрать гораздо проще то есть не mm -hmm. только внутри своей популяции да, там, если говорить по елке елку могут одновременно бодать три вида короедов как минимум три вида то есть это короед типограф короед двойник и там обыкновенный гравер Значит, они просто распределяют зоны влияния, там, краят типограф, там, нижние две трети ствола, там, двойник, там, верхнюю часть и, соответственно... Да, я представил это. Да, и, соответственно... Садятся жуки такие, и решают, кому чего. Слушай, а их физически можно наблюдать, вот этот лед? Конечно, конечно, даже на лету. Вот мы стебались что-то, не помню, там, с товарищем шли, я там в деревья заглянул, там, ну, там, типа, жалуюсь на зрение, короче. И в какой-то момент я прям боковым зрением вижу, как у чувака перед лицом летит караэт. Я его на лету ловлю и говорю, о, смотри, летает он. на зрение жаловался. Да, их видно. То есть, если знать, где и как, солнечный вечер день, когда низкое солнце боковое, когда пыль хорошо видна, дым, и насекомые в то же время. Вот, в принципе, сейчас, где-нибудь стоя в молодом сосничке, хорошо освещенном, я вас уверяю, вы их будете очень хорошо видеть. Их действительно летает много. Короче, весна самое активное время, их вылетает много по ряду всяких разных причин. Это самое, самое караитское время. Деревья, которые каждый год съедают, весной больше, чем летом. То есть они весной вылетели, заселили деревья, потом у них идет цикл развития, у разных видов он может там туда-сюда плясать. Но в среднем, если по московскому региону говорить сразу из-за еловых и из-за сосновых, да, то цикл развития от полутора до двух с половиной месяцев у разных видов проходит. Соответственно, да, ну, считаем, вот, 10 апреля уже сосны заселяются, отсчитываем два месяца, получается там 10 июня, ну окей, может быть там 20 июня, да, и у нас впереди еще те же самые два теплых месяца вполне есть, они успевают дать там второе поколение. А, если лето прям совсем хорошее, могут и три поколения дать, если холодное, то одно. Дальше, соответственно, чем южнее мы поедем, тем этих поколений может быть больше. А чем севернее тем их меньше все в общем-то очень просто ну, вот. ну и соответственно да обработки как бы когда мы планируем мы мы именно и на это смотрим то есть какой вид дает сколько поколений да опять же некоторые не умеют давать два поколения там березовый заболоник или какие-то крупные ксилофаги да крупные стволовые вредители они сидят целый год под корой а иногда и два года а иногда mm. и пять лет могут сидеть под корой а, то есть проснулся это не просто мем. Но... спустя пять лет ну, можно и так сказать. Дальше мы смотрим на биологию конкретного вредителя и уже планируем обработки. То есть, вопрос, с кем мы сражаемся. И этот вопрос, он от региона к региону, может очень сильно отличаться. То есть, я там боюсь, что где-нибудь в Приморском крае там совсем свои насекомые, с которыми стоит сражаться, угу. чем у нас здесь, в Московском регионе. Я видел случай, когда на яблоне. Короет мальчика утащил изнасиловал. Нет, слушай, по поводу яблони. У коллег я видел, и у тебя, по-моему, тоже. Большая проблема такая, удивительная, кстати, для меня. То есть я даже... Первый раз я, по-моему, с этим столкнулся в 2017 году, что прям ну, яблони прям съедают. Ну, то есть я привык, что мертвые деревья, в принципе, все обглоданы кем-нибудь. Так, чтобы они живые съедали, это, конечно, для меня было откровение. И... Есть такая проблема по ощущениям, она постепенно сходит на нет. То mm -hmm. есть последние два года уже такого количества. Да, опять же, надо понимать, что мне там фотографии со всех вестей и властей там mm -hmm. шлют. Э, и коллеги, и просто там обычные люди. Последние два года я таких писем я получаю все меньше и меньше. но и сам я меньше этого наблюдаю. То есть по моим вот таким вот ощущениям... Ну, вроде бы, да? вроде бы уходит. То есть я так подозреваю, что это вполне может быть все та же самая вспышка. Вспышки, опять же, вот этого массового размножения они могут по времени по-разному длиться. Uh -huh. То есть у кого-то это за год может закончиться, а кому-то может быть и там пять лет будет нормально. То есть просто повышенная численность. Uh -huh. То есть, но ну, вот у меня ощущение, что последние два года она так потихонечку, потихонечку снижается. Посмотрим, как будет в этом году. Но в целом, да, 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 яблоньки съедают. Ну не только яблоньки, вишни очень любят. Вот, есть у меня еще подозрение, как бы вот, манилиозная вот эта история, тоже последние пару не лет, с ними тройку, связаны, да? Да, была, не, была не связана именно с ними. Да, что тут, тут в обе стороны может работать. Может быть, именно потому, что у нас стало много манилиоза, соответственно, много ослабленных деревьев. Угу. Соответственно, вот этим вот непарному короеду, который их жрет, ему стало гораздо проще заселять деревья, соответственно, у него просто выросла популяция то ли это именно выросшая популяция, то есть так или иначе они на себе всякое это разносят и в том uh -huh. числе, ну это предположение, я сейчас не готов сослаться на какую-то там литературу серьезную, да, это просто вот, ну такое базовое понимание биологических процессов, uh -huh. вот, а, потому что и типа, по манилиозу у меня есть ощущение, что все-таки его немножечко стало поменьше, но я тут могу ошибиться, это лишь мои такие вот. ну манилиоз ощущения. же, кстати, вот опять же, если к златке возвращаться, uh -huh. манилиоз — это же южная тема. Вот и златку у нас здесь вообще встречается. Златок много, златки разные, смотря какая. Златки есть типа сосне, там златка пожарящая есть такая, например, есть по елке, есть, ну, короче, их великое множество. Вот Это ясеневая златка -то у нас она как раз ясене все ну и подъедает, да. и у нас их в Питере, по-моему, и много где. Если ты имел в виду изумрудную златку. Ну, вот, которую ту и ест. Ту и ест. Да. Я два года назад, кажется, или год назад, год, в прошлом году, да, в прошлом году я ее нашел в московском регионе. Но нашел я ее в скальном можжевельнике. Который выращивался в Краснодаре и был привезен сюда. Вот. Вот это за кадром. Он был недавно посажен от нашего любимого питомника. Ага. Вот, значит. И да, я все-таки думаю, что это... Просто привезли заодно. Да, да, да. Да, заодно. И да кстати, опять же, Златка это как раз то насекомое, которое не умеет вот так за два месяца выдать новое поколение. Uh -huh. то есть это крупный зверь по насекомым меркам. А, соответственно, она вставляющая, я боюсь, наврать, но она, по-моему, как раз год должна сидеть. Вот. То есть вариант то, что ее привезли сюда, и здесь она год еще протусила, а уже потом отродила. Но она не сдохла вот что важно. Uh -huh, uh -huh. То есть мы ее наковыряли весной, она была живая. После зимы она окрас... точно перезимовала. Вот это уже нехороший момент. Uh -huh. И в принципе я когда это дело выкладывал, мне коллеги э, отписались, что во Владимирской области ее тоже встречали, тоже не очень понятно, как она туда попала. Но с учетом того, что у нас опять же в Московском регионе, и, кстати, во Владимирской тоже внезапно область, я mm -hmm. не знаю почему в ней, mm -hmm. а, отмечается: а не Владимирская, а нижегородская, ну неважно, а, отмечаются вот эти вот южные богомолы уже в природе. Теплеет, может чуть-чуть. Ну, те... oh, ну oh, очевидно, okay. что теплее. Вот, то я не удивлюсь, что мы скоро вот эту вот проблему вот, с Краснодаром же, будем хлебать. А туи будем ложка. обрабатывать, да. да то да. они у нас беззаботные, такие все. Да, да. <laughs> Сажаем да. туи это лучшее решение. Да, туи я за это очень люблю, что у них, в общем-то, проблема особо таких фитопатологических в Московском регионе. Да, ну да. Так туи это прекрасно. Давай это про торф в смеси поговорим. Да, да давай. Торф да. тоже прекрасно. Ты обожаешь торф. Везде его используешь? Ну, не то чтобы обожаю, но я его много применяю, да, действительно. да. Расскажи, как, потому что у нас с тобой как-то за кадром был небольшой дискуссия спор. Была, дискуссия была, да, да, да. да. да, да. Вот. А обоснуй, пожалуйста, использование Торфа и его любовь, точнее, свою любовь к нему. Пояснить за торф. Да. Слушай, это не то чтобы любовь, это скорее чувство справедливости. Просто, ну, я действительно массу хейта слышу, там... Был один, ну, не один таких примеров, похожих много, но вот один такой наиболее характерный, там вот один из там, наших коллег, с ним оба знакомы, а, у себя вот там в блоге показывал, что вот смотрите, плохой газон, вот там беда-беда, а почему? А, потому что сделали на торфе. Uh -huh. вот, при этом, ну, я вижу, что это не так. То есть я вижу, что там не в этом проблема. Uh -huh. вот. И похожих вот историй много. Когда люди, то есть вопрос диагностики. То есть люди очень часто ä, называют проблем ä, называют причину проблемы какой-то проблемы не по адресу, то есть ну, ну нет нет не торф проблема да вот вот плохо там потому что полива не было а тут плохо потому что там не знаю удобрений вы слишком много ну вот то есть Нельзя сказать, что я прям обожаю как-то торф, но я его действительно очень много использую, я не вижу в нем каких-то, знаешь, прям серьезных-серьезных проблем. Угу. То есть я себе не могу представить сад, в котором бы торф был запретом на создание сада. Ну, давай но. здесь ремарку сделаем: такой: это торф или торфосмесь? Ну, по-разному. Но смотри, чистый торф я, конечно, не люблю использовать. Вот. И предпочитаю его не использовать, да. но при этом. Такое у меня в практике было. В разных вариантах. Где-то ну, мне просто такое привезли, и ну, пришлось так использовать. Где-то сам заказчик навозил. Ну, по разным причинам. То есть, участки, сделанные на голом торфе, когда я говорю про голый торф, я имею в виду, что это слой ну, там порядка 10 сантиметров на материнский грунт. Он там может быть разный. Песок, суглинок, глина. Все наши московские варианты. То есть, говоря про чистый торф, я имею в виду, что это торф слоем довольно таким серьезным. У меня такие объекты были. Сказать, что это прям как вот ну прям вот кошмар кошмары, это прям серьезная проблема, я не могу. Да, по большому счету так делать не нужно, если есть возможность сделать торфосмесь, всегда надо торф чем-то разбавлять, mm -hmm. само собой. Mm -hmm. Вот. И в идеале торф Опять же, все зависит от того, какой у нас материнский грунт. Вот о чем мы делаем. одно дело, когда у нас вот там восток, наш с тобой любимый московской области на песках. Песочный. Это одна история, другая история, когда это там Дмитровское какое-нибудь направление, где-нибудь рядом с срачанами, да, такое, uh -huh. прям хорошее сырое, прям глинистое. Тут э, смеси могут быть разные, то есть если если у меня дофига глины, я не буду, может быть, в, в смесь, которую я использую, вообще с добавлять, я скорее всего буду использовать чистую э, торфопесчаную смесь. Uh -huh. Вот, причем я, наверное, скажу, чтобы песочка так это процентов 70 бахнули. Если мы говорим наоборот про наш восток, где дофига песка, да, я скорее всего попрошу, чтобы мне торфо смесь сделали там. 50% суглинка, да, а еще, ну, не 50 даже, там, день, процентов 70 суглинка и процентов 30 торфа. В идеале торфа, ну, так, опять же, по моему я не дофига почвовед, но вот чисто из опыта, и из моих таких вот ощущений, где сделано лучше, где сделано хуже, да, если мы говорим про идеальную картинку, торфа должно быть где-то там не больше 30-40%, вот. А, но, но если его больше, тоже Такое может быть. Я просто наблюдал картину mm -hmm. а, на объекте, в том числе даже у нас была такая ситуация, когда нам привезли а, торфо смесь с преобладанием, как раз торф, там, знаешь, типа песочка чуть-чуть добавили, и такой практически чистый торф. Он очень а, влага впитываемый. влагоемкий. -ем, влаго Влагаемкий, да. Mm -hmm. То есть он напитывается, он, как знаешь, как это, как, ну, как болото. Механические так свойства и есть. плохие. Да. да. И он ее держит, он ее не отдает. Mm -hmm. А когда он ее отдает? Полностью то его хрен наполнишь влагой. Да, есть такое. Я почему у нас с тобой тогда дискуссия была, да, там за кадром. Мы друг друга не очень поняли. Да, ты говоришь, я торф люблю, я такой, ну типа, как ты можешь торф любить, типа в чистом виде, потому что торф и смеси, это мы все используем. Вот, это органика, это хороший грунт, да, в любом случае. То есть по составу они разные. Но вот в чистом виде торф я видел только в контейнерном озеленении и в контейнерном производстве. То есть вот торф. Я вот на базе даже мы так эксперименты ставили. Мы как раз взяли песчаную такую, знаешь, вот то, что у нас на, ну, на участке снималось, хорошая плодородка, но она супесчанная. Угу, угу. И в горшочек, да, там несколько каких-то там кизильников и еще. еще. Горшок а тяжел... голую, прям, да? А? Прям голую, да, вот эту, да, да, мы добавили там что-то, я не знаю, вермикулит немножко, и вот, угу. может быть, чуть-чуть торфа. Горшок тяжелый, Тяжеленный, вообще да. его не поднимешь, как гиря, какая-то. Угу. Корни растут, но. Есть момент такой, что они как-то, ну, значит, медленнее развиваются. В торфе горшочек легкий, если okay. не, э, как бы, с поливом, да, не оплошать и все вовремя uh -huh, делать. Uh -huh. Легкий горшок, чик-чик-чик, загрузили, корни вот так оплетаются. То есть, ну, в этом случае, где там как раз процентов 70 торфа, да, чуть-чуть песочка, uh -huh. идеально. В обратном случае нет. На участках же, ну, напротив то есть э, торфа ну реально меньше половины должно быть по, по моим наблюдениям ну, В большинстве случаев да да и э, смотри э, такой вопрос когда мы стараемся работать с материнским грунтом допустим если я всегда стараюсь если такая возможность есть да вот э, ты как делаешь э, если допустим там мы не говорим про какую-то жесткую там глину например там совсем да или там пески э, mm -hmm. голые mm -hmm. Берем что-то среднее, супесь, суглинок, например, uh -huh. да, стандартный. Ну, суглинок, мест. стандартный, если говорить, ну, это суглинок. Ну Москве, да, да, потому что это только по нашему наверное, направлению реально супесчаные, песчаные вот эти почвы. Они локально встречаются, то там, то сям, но ну, это такое прям много. местечко. Да. Типа, вот, нифига, песок. <laughs> Наконец-то, да, ну, искали. Да, 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 это <laughs> бывает. Вот. А, как ты делаешь подготовку? То есть мы, опять же, берем стандартную ситуацию, то есть uh -huh. никогда у нас запас там год-два, типа, и мы можем там сидератики посыпать, там еще что-то, да, там посеять, uh -huh. по -по -по перепахать. А вот приехали, вот участок, да, нужно там корыто под дорожки вынуть, нужно там подготовить под газон, uh -huh. под посадки. То есть как, как, у тебя идет процесс подготовки? Ну, тут два самых таких типичных случая можно рассмотреть. Один – это целина, а второй – это сразу после стройки, где все нахрен убито вообще в хлам. А, значит, ну давай, вот там, где убито все в хлам. Не говоря про уровни. Значит, вот пришли, местный грунт, сначала мы его просто перепахиваем насколько это возможно но опять нет сначала мы смотрим насколько он угроблен потому что mm -hmm. в некоторых случаях хочется его просто взять и весь вывести но это как правило зависит от того насколько там он замусорен mm -hmm. то есть такое бывает но это э, не так часто mm -hmm. то есть вариантов когда бы я вывозил грунт ну потому что с ним ну, вообще никак нельзя их их мало действительно В большинстве случаев даже замусоренный грунт даже у обезображенной строительной техники, просто обычная перепашка, обычная культивация с выбором, естественно, мусора, она, в общем-то, оказывается достаточной. Дальше вопросы. Досыпаем, не досыпаем, досыпаем как? Тут, тут варианты могут быть разные, просто смотрю на ситуацию, на обзваниваю заказчиков, ну, поставщиков э, грунта, спрашиваю, что мне тут реально могут привести, что mm -hmm. мне не могут привести, да, то есть где-то мы песка не можем достать нормального, да, где-то мы торфа не можем, ну, вот, соображаю, что мне могут сюда привести, уже от, от, от этого я дальше думаю, мне как тут либо сначала исходник выровнять и сверху уже готовую торфосмесь завести да ну не обязательно торфа просто почва грунт Почвогрунт. грунт да либо может быть мне э, слоями насыпать на материнский грунт и перепахивать э, трактором самому ее готовить обсуждаемо uh -huh, uh -huh. вот но подготовка перепашка исходного грунта если я его не вывожу а даже если я вывожу я вывожу и потом перепахиваю ну, то есть чем ниже мы прорыхлим после uh -huh, стройки uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, на наших суглинках, и уж тем более там на глинах, тем лучше. Uh, просто для того, чтобы вот, вот, вот избавиться от этого переуплотнения после стройки. Потому mm -hmm. что это большая проблема, она вылезает потом через годы и годы и годы просто дохнут отдельные вырасти. Вот у меня был, был участок, где, ну вот, ну вот, вот, где трактор катался, но ну даже после культивации, даже после дренажа все равно дохнут растения. То есть по итогу мы там по гарантии меняли, мы по итогу к каждому растению, которое мы поменяли, мы докладывали ветку дренажа, вот из-под каждого дерева выводили, потому что ну, невозможно. Вот настолько. И она прям локальная. Вот дорога есть, да, Джи себе три метра он накатал. Mm -hmm. вот только mm -hmm. в этой полосе дохнут растения. Все справа, слева, там все нормально. Я почему люблю минимизировать технику в ландшафте да. вообще? Ну там большой был участок, полтора гектара, mm -hmm. и в конце участка мы там геопластику делали. И у нас есть Идем. правило, чтобы техника не ездила по одной и той же колее, если мы используем там для цепки mm -hmm. холмов, например, там для снятия грунта, э, чтобы техника не накатывала вот эту колею как раз. Ситуации, где-то где-то наоборот, чувак, давай уж лучше здесь, <laughs> просто больше не надо никуда. Но, вот. Но если да, если там... если пролесные вот. участки, ага. вот как раз наоборот. Да. Давай, да, давай согласен. вообще нигде не надо вот только. Да, здесь. Да, ну, да, короче, согласен. это вопрос частный. Да. Могут не, я так сразу поле наше представил, где мы холмы отсыпали, где у нас куча-куча тракторов было. Mm. И вот чтобы вот не уплотнить вот это, знаешь, mm -hmm. там одно место какое-то. Хор, хорошо еще знаю. Еще да, когда да, у тебя да, там посадки, вот по посадкам да, мы вообще мы, стараемся ну, там не. Ну, да, газон еще. Да, потому что. Да, газон, ну, там разровняли, влага лишняя ушла, там все окей. А с растениями реально жесть. Особенно жизнь. те, которые не любят замокания. Вот, соответственно, другой вариант. Ну и все. Да, то есть завезли, и уже вот мы подготовили, дальше там равняем, катаем, сажаем, все остальное. Mhm. Там, где целина, по большому счету, все то же самое. Значит, только перед обработкой механической я использую глифосат. Так -так, не да. стесняюсь этого. Да, то есть вытравливаю все вот, гербицидом общего действия. Глифосат, содержащими, ну и все, потом выкашиваю, перепахиваю, соответственно, все то же самое. Там завоз грунта нужен или не нужен? Я в основном стараюсь не завозить. То есть, если это не требует уровень, да, ну просто заданной дорожки, когда понятно, угу. что надо докинуть. Если плюс-минус уровень там достаточный, стараюсь оставаться с тем грунтом, который есть. А как ты его улучшаешь, если вот. Вот он требует улучшения? А вопрос, требует ли он. Ну, то есть, опять же, смотри, вот я почему и разделил. То есть, uh -huh. если, если мы говорим про целину, там, там вообще ничего не надо добавлять, если мы в уровне работаем. Да? Ну, понятно, что, может быть, какие-то там совсем эксклюзивные случаи. Да, uh -huh. там, совсем uh -huh. частные мы не берем. Распространенная практика. А, соответственно, там, не знаю, реконструкция газона какого-нибудь, да, или старый дачный участок, uh -huh. где надоел Нет, огород это, да. и просто хотят газон. Это я согласен. Сменились владельцы. Вот, а Не, если в поле, например, вот купили И ты копаешь, ну, понимаешь, да. что там 10 сантиметров плодородки да, да. А ниже там, например, что-нибудь такое уже Более грустное Оно более грустное именно потому, что оно там оно, а, Там без кислорода И, соответственно, ну вот оно поэтому грустное Это просто субстрат, это просто грунт Вытащи его на улицу Дай ему полежать, отдохнуть а, Там поменяется биота да, Уйдет там анаэробная, ага. Придет аэробная Все будет здорово ну, То ну, есть ну, даже 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 тот грунт, который вынимают из котлованов э, при стройке, вот это в бурты свалили, ну что он он так и лежит голый, но он же прорастает с сорняками потом. Но Они это же не... чтобы прям все свойства. Э, Ты пополам... имеешь в виду время сколько? Да времени это же очень очень долго, да именно. Если мы перепахиваем. Нет, все нормально. Не-не, вот если ну, мы хорошо. про бурты говорим, ты говоришь, из-под клова... mm. из котлована вытаскивают. То есть там, ну, корни обитаем, ну сколько он там, 30, там, ну 40 сантиметров. Ну, пуста все-таки там побольше получается. А, да, я согласен. А котлован, внутри... когда там из метровой глубины достает, это ж вообще пустая земля, считай. Пустая чем? Пустая, как раз питанием, то есть, в принципе. Питанием ж... каким? — Каким? — Минеральным. — Минеральным, конечно. — Как это, с чего она пустая, если это минеральная почва? Ну, — У нас она, же она, у нас вымывные, вся минеральная, вымывные, вымывные слои, вот эти все, э, мы же почвоведение, разрезы изучали, смотрели, и у тебя в этом грунте по факту растение просто затормозится. Если, ну, образно мы представим такую э, картину из-под котлована, метр мы вынимаем вот этого грунта, там, допустим, суглинка, и наполняем там посадочную яму, сажаем в этом. Он же в этом э, расти не будет, растение, оно, просто стопорнется. Вопрос использования. Не надо в посадочную яму сразу насыпать то, что у нас лежало там на двухметровой глубине. Ну, я почему и спрашиваю, ничего. то есть, как ты, допустим, бывает такая история в поселках, например, вот я почему уточнил про 10 сантиметров например, плодородного слоя, да, ниже, грустнее, потому что бывает так, что там выравнивают поселки, например, ну, сняли немножко грунта, то есть они вроде и туда э, строй мусора никакого не завезли, uh -huh. и там грунта ничего не снимали, просто они подравняли его. И вот эта целина растет, но она ну, не сформировала хороший плодородный слой. И у тебя есть вот этот суглинок. То есть, как ты вот этот э, э, субстрат, вот этот вообще весь, улучшаешь? То есть, чтобы сад полноценно в дальнейшем развивался хорошо. Посадочные ямы наполняешь, ну, например, там или еще что-то. Да бы... нет, ну вот все, что рассказал Перепашка. И все, и прям сажаешь? Так. И прям сажаешь. Ну, нет, я естественно смотрю, если это прям совсем све свежак, грунт вот которые вот вчера тут еще ездил GCB, вчера еще копали котлован и все что из него достали тут размазали. Uh -huh. а если это тяжелый грунт я естественно либо завожу какие-то дополнительные смеси да либо разбавляю то что есть uh -huh. естественно как раз вот ради этого чтобы нам не ждать там год два три пять там, в зависимости от ситуации вот но если я понимаю что тут стройка закончилась два три пять лет назад опять же и вот этой вот кучи там лежат или если сами строители размазали уже то ну там там уже проросли сорняки да вот мы все любим там вот сидератики сидератики ну, да, сейчас да. посеем и да. будет здорово да. я вот все время говорю да сидираты — это наверное хорошо но надо понимать что любой сорняк который пророс в грунте он его структурирует, он его улучшает. — Ну, корнями, ну понятно то есть понятно. Да, — То есть, наличие хоть каких-то растений — это уже вообще половина успеха. — Я просто честно говорю, целину последний раз я видел угу. в, наверное, 17-м году, в 18-м, может быть, когда мы пришли на объект, uh -huh. и у человека реально в коттеджном поселке была офигенная просто вот почва, в, в которую реально можно было сажать. Uh -huh, uh -huh. То есть просто покосили перекультивировали там что-то, да, корешки побирали, мы не, 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 лили химию, вот, то есть вот это все сделали, и, то есть у нас завоз как раз производился исключительно там что-то вот добавить. Да, вообще было, ну, прям шикарно. Второй случай у нас, например, в Жуковке, тут пару лет назад мы делали реализацию, соответственно, обратились заранее, проект делали, а у них там территория тоже это, ну Жуковка, ты понимаешь, это Рублевка, это старые я вот эти там, знаю. дома, которые не новые вот эти поселки, а именно такая дачная вот эта история. Okay. Вот, соответственно, они там купили часть дома, все классно, прекрасно, и пока у них строилась, не строилась, а там отделка шла, а у них старый яблоневый сад, uh -huh, uh -huh. хорошая почва, вообще просто шикарная. Вот и единственный как раз совет Уже там был. Неплохая, кстати, да? вот, Yeah. Единственное, что, какой там был совет, это просто, ну, чтобы у вас вот эти сорняки малина от соседей вот это там не перло, uh -huh. давайте сидиратами, вот, ну, там, косили, убирали, и мы реально туда практически ничего не завозили. Вот из последних, там, ну, я говорю, 5-7 лет я могу только вспомнить два случая, когда вот можно было работать с тем, что есть. Ну, слушай, это потому что у тебя такие участки, же, у, тебя, у тебя же такой чек не маленький, да, соответственно, это люди, которые хотят себе там большой дом построить, новый для себя, да, там. Но у нас же есть еще прослойка клиентов, которые, типа. О, ковид, вот кстати. Uh -huh. Знаешь же эту тему, что очень многие, типа, бежим из города, ну вот там, условный средний класс, uh -huh. что там, миллиончики есть, да. Так, покупаем дачу и едем туда и живем. Uh -huh. Вот, то есть таких, ну, я как точно знаю много таких. Uh -huh. Uh -huh. И в том числе я приезжал, у меня было прям несколько несколько вот таких вот сценариев, когда там, молодая семейная пара, да, переехала просто туда, потому что вот uh -huh. ковид. Такие... Сейчас все сделаю. Хоть что-нибудь, да? да? Да, то есть... Нет, у меня, я, я работаю с таким бюджетным сегментом, в принципе, очень много. У, ми, у меня как раз таких вот проходных, я их называю шестисоточники. Да, да, да. Так и вот, есть. Это, вот это классическая история, когда дача либо досталась по наследству, либо молодые какие-то там люди купили, и они не хотят там картошку и все вот это вот они хотят. Блин, ну это же идеальная история с точки зрения грунта. Идеальная. Поэтому идеальная. у меня картинка с тобой не складывается. Я такой, да. ты говоришь, там глифосатом полили, а я такой сразу, блин ну да сорняки растут, но они на строительном мусоре практически там растут, да, то есть там все равно надо как-то с структуры почвы работать, еще что-то поселки вот эти завозные, перевозные, съё... Нет, снимают. Вот ещё эти новые поселки это каждый ну, раз танцы с бубном. Да. Там не ну нету наверное, ни одного участка, который был идентичен другому. То есть каждый раз у тебя там что-то что, -то, что -то ты только не откапываешь там ну да там да да сюрпризы всегда. всегда есть. Да да да. Вот там конечно там конечно тяжелее сложнее Решения бывают очень разные. Вплоть до просто замены грунта. Да, Такое я тоже да, практикую, да, хотя я... Не Ну, это... это бесплатная работа, блин. Ну, сколько ты там за эти земляные работы там, сверху себе накинешь? Это тяжелая работа. Тяжелая. И... Максимально. И... Ну, неинтересная, не творческая, грязная, еще погода. Не люблю вот... с грунтом работать. То есть много денег не заработаешь, геморроя дофига. Интереса никакого. Надо. И вот. результат практически ну, он не на лицо как раз, да, то есть ты да. убрал грунт, завез грунт, да. а ничего не поменялось по факту, да, да? да только да. структура как раз. Ну только мусора стало меньше, это, да, пожалуй, да, это сразу радует. Вот, поэтому, да, на свежих площадках там, конечно, разные бывают схемы, очень сложные. Газон по душману. А вот я уже описал, покупаете дачу по душману, не строите там ничего, не засоряете мусором, не ездите техникой и просто за, не знаю, если погода позволяет, за неделю получаете хороший, красивый газон. Ну, за неделю, если там, это я имею в виду до момента посева или до момента там укладки рулон. Вот, то есть земляные работы сами, то есть перепашка, планировка. Не надо ничего вывозить, не надо ничего завозить, не надо чистить участок. Ну, там, там все классно, там вот целина. Перепахивай, равняй, засевай. Все, больше не надо ничего делать огородная земля О, сколько поколений навоз там на электричках в сумочке возила да то есть там там все здорово да. вот и да другой да и опять же это вот возвращаясь э, к лесным участкам что не допускайте ошибок на обычных те территориях да вот этих классических наших полей да коттеджных поселков ага. тут вот то же самое чем меньше вы там ошибок допустите чем меньше вы будете строительный мусор там раскидывать по территории, да, она же строители любят там. Бетончик сорием. Да, да, да. Кирпичи. Да, у меня был один раз, где бетончик слили так, что он прилип к фундаменту дома. Ой. И когда мы его отдалбливали, дом не Просто я там так вот и заказчик. Ну, мы естественно там у заказчика спросили, типа, чувак, либо тут тебя никогда ничего не растет, потому что там реально вот так. Ну, то есть, видимо, был какой-то котлован рядом с домом, и они туда просто вот, бетон слили. Ну, от застройщика. Ну, ты, кстати, говоришь про чек, про смету. Угу. А, мы с этого года, я уже, по-моему, где-то говорил об этом, а, на уборку за строителями. Слушай, я тоже чек об этом X3. прихожу. — Чек угу. X3. Вот, то есть, если заказчик а, или кто-то там уполномоченное лицо заказчика не проконтролировал, Подрядные эти организации, и они так сильно намусорили. То почему мы, ландшафтники, которые приходят наводить uh -huh. красоту, приходят uh -huh. последними, должны убирать вот это все свинотство за свой счет там или за дешево, но делать непрофессиональную работу да, совершенно были... скучную и неприбыльную. Да, да, то есть постоянно какие-то сюрпризы находятся, еще что-то. У нас вот объект был. Там, я полгода приезжал, про рабу говорил: чувак, убери, пожалуйста, вот эту кучу которого у вас образовалась там цементные мешки объедки какие-то доски еще угу. что-то клаван копали ну куда а вот же куча мы сюда прям трактором накидаем угу. вот ну и потом какая ситуация есть две кучи одна грунт а другая грунт в перемешку совсем непонятно чем приезжает заказчик и говорит надо это все убирать да я говорю мы вас предупреждали предупреждали вызываем экскаватор, ну, не экскаватор, jcb да, там, mm -hmm. а, КАМАЗы. Mm -hmm. Мы говорим, как грунт примите, просто за солярку, да, они говорят, примем, но только вот эту маленькую кучку в два КАМАЗа. Mm -hmm. А вот это то, что еще там 6 или 8 КАМАЗов, это только на свалку, mm -hmm. по полному прайсу а, мусорной утилизации. Ну, ну, конечно. То есть да. не проконтролировали, то есть там можно было бы изначально обойтись двумя контейнерами под мусор, и грунт просто бы, ну, практически там за бесплатно вывезли, бы, да, потому что им тоже выгодно там. Да, да, да. Вот. Но нет, э -э, чек был хороший. Заказчик такой, а откуда это? А вот отсюда. Потому что вовремя не проконтролировали, к сожалению. Да. Вот. Там еще и крысу такие метровые бегали. О, вот. Поэтому Я с уборками, конечно, все... Я тоже к этому прихожу, потому что иногда это... Оставим. отсутствие культуры. Ты уже Ой. все сказал, да, да. Да, да. Слушай, по поводу душмана э, и газона, э, у меня есть клевый пример. Это участок моей бабушки, вот, где всю жизнь там все соседи. Вели огороды как раз. Вот, кстати, у нас там подрастают елочки очень активно, без всяких там <социт> активных поливов, без удобрений, без всего, потому что там как раз вот эти органики много всего. То есть там прирост бешеный. Без органики. У вот. <социт> желез кругом. Ну, типа. Ну, я имею в виду без внесения дополнительных каких-то там минеральных удобрений. Вот. В общем, у бабушки получается участок, а у соседей сейчас там. Получается, их дети живут, uh -huh. вот, и а, этот огород они сейчас не а, используют в полноценной какой-то да, вот, огородной индустрии, скажем так, не выращивают там тоннами помидоров, еще что-то, uh -huh. да, и прочее. Не То смотрят есть. на участок, как на еду. Да, для себя там есть какие-то грядочки, а остальную площадь они просто когда-то посеяли газон, uh -huh. соответственно, сорняков там море. Потому что э, ну, нет там никаких гербицитных обработок. Иногда запускается стрижка, еще что-то. Но, тем не менее, когда они в сезон его косят. Блин, это такая клевая поляна вообще. То есть там и подорожники, и всякие мочематчики, там, и что только нет одуванчиков. Но из-за того, что косится там раз в неделю стабильно, и то, что это достаточно плодородная такая, да, субстанция, на которой это все растет, он всегда зеленый, он без полива, без всего, и реально клево выглядит. Поэтому вот газон душману, это достаточно экологичная история, мне кажется. Все же гонятся за таким, типа. Идеальным газоном, без сорняков, без всего. Слушай, да нет, я не скажу. Опять что-то вы просто знаете, все такие, да? Нет, есть, есть такая тема, согласен, да. То есть очень многим, прям. Это... Слушай, мне кажется, что, да, молодая еще индустрия у нас. Значит, ну, я не скажу, что еще дикая, ну, но... Уж... Уж... уже не дикая, но еще диковатая. Но нам все еще хочется каких-то дворцов, вот этой элитки. Каких-то, знаешь, вот этих вот. Но мне кажется, вот этот вот, вот, тренд на какую-то простоту, да, он там возвращается потихоньку. Уже когда, есть, есть. Да, когда, знаешь, там очень обеспеченные люди, а их так все, знаешь, там по-свойски, по-простому, типа. И, и никто этого не стесняется. Вот, нет, газон по дешману, ну да, это вопрос запроса. То есть, что ты хочешь. Да, опять же, я все-таки люблю разделять, что есть газон, есть лужайка. Мне кажется, на Западе нет. Там у них все лужайка, uh -huh. как мне кажется. А да, у нас все-таки, ну, под газоном, все-таки принято понимать. Да, злаки чистенькие, аккуратненькие, ухоженные. Такое вот прям. Да. А лужайка это что-то такое, более простое. Uh -huh. где да, и какие-то там Не, Она, сумка, она, она, и, она да, же дурочки. просто может реально красивой быть. А если чуть-чуть просто ухаживать? Ну, может, ну, вопрос, это вопрос вкусовщины. Угу. Вот, если тебе красиво вот так, давай сделаем вот Но так. Но для натургардена вот всяких очень даже. Да, не, не, Синяя. я только за, то есть, меня когда вот, ну, заказчик спрашивает, что мне, как делать с газоном, я его всегда, как бы, проговариваю разные варианты. Я ему говорю, давайте так, если вам хочется прям чистый, прям прям элитный, вот этот угу, вот элитный, угу. то перечень. Угу. Если вам попроще надо, чтобы просто было зеленое аккуратно. Клевер посеем, и всё. Вот, Да даже, ну, можно вообще ничего не сеять. Просто по Будет само, сеется и расти. Вы просто косите, и оно уже будет нормально. Ну и финальный вопрос. Давай. Тебе, у нас, видишь, получилось стр... прям, прям это Без интервью веса практически. В поле. Финальный вопрос. Что нужно с деревьями делать, если вдруг чего нибудь там сломалось, обломилось, обрезалось? Мы с тобой недавно были на объекте, uh -huh. где э, используют традиционные различные замазки, бары, да, всякие вот такие вещи. Вот Просто хочется, я понимаю, что эта тема избитая. Слушай, нужно точку поставить. Тема эта избитая, но я периодически, знаешь, вот я там не так давно Telegram открыл. Ну, многие не так давно для себя открыли Telegram. Uh -huh. И как-то там в какие-то новые там чатики я попал, скажем так, по нашей специфике. То есть, и ты такой, ну, то есть, я там родной, уютный Инстаграм, уже вроде привык, уже вроде там... Более Аудитория менее, сложилась, да, 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 там все в курсе. Да, там какие-нибудь группы в whatsapp тоже, где там профильные темы, там, ну, вроде тоже уже там... И ну, вот каждый раз, каждая новая площадка, то есть вот в Телеграм я прихожу, и там, типа, среди прочих веток обсуждения, да, там болезни, значит, там, и вредителей деревьев. И там, как, ну, на голубом глазу, да, кровяком с глиной замазываем, да, олифы закрашивают. Я такой, ты, ты, ты. нет, она, ну, 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 нет, ну, закрашивают, ну, замазывают, ну, по-прежнему. И не надо думать, что если ты, если все те, на кого ты подписан, обсудили это два года назад, то, значит, мы там, типа, сделали мир лучше и победили этот миф. Хрена ага. лысого, каждый год по 10 раз это надо проговаривать. Давай я так это более свежим образом зайду с этого, значит я как и все когда-то обрезал и, и замазывал, мазал, да, да. Так, клуб анонимных алкоголиков. Раньше я, вот тоже я все это использовал, тоже я замазывал. Первые у меня мысли на том, что садовый ворот какая-то шляпа было, значит растение по гарантии, ну то что знаешь не сдохло, ну выглядит плохо. Uh -huh. Декоративка. Ну, у меня чаще всего с заказчиками хорошие отношения а, Ну, я как бы, ну, ну номинально живой, номинально все в порядке, ну, хороший заказчик, давай поменяй. И вот ты вот себе этот неликвид тащишь на участок, uh -huh. и потом его приводишь там. там. Либо он у тебя остается, либо потом, ну, если с ним все в порядке, если он реабилитировался, да, там, Можно что на другие объекты используешь. Да, то есть вот эта вот реанимация на участке у меня постоянная. У меня был каштан, которого был, а, значит некоторые военекросы, некоторые ценобарины и до да кучи ступенчатый рак. И я все это такой, значит, топай там, я же, значит, учился сейчас, я тут <дễ> все, и я там каждый год, два раза в год его поливал медным купоросом, замазывал садовым варом, вот прям аж, знаешь, шпателем. И бинтом еще. <под да> и бинтом еще, вообще, вот, знаешь, ну, как, как учили на самом-то деле. И что, ну, сдох этот каштан, естественно. Я тогда думаю, блин, ну, я же, ну, ответственно подходил. Уже тогда у меня эти мысли были. Вот, я очень хорошо помню момент, когда меня убедили, причем очень быстро и просто, что нафиг эти все замазки не нужны, и не только не помогают, но и мешают на самом-то деле. Это был форум конструктор больших деревьев, по-моему, 2017 год, если мне память не изменяет. Там выступали какие-то товарищи из Прибалтики, uh -huh. значит, как это? хвастались, наверное, даже так можно сказать своим опытом. Uh -huh. Ну, действительно, очень круто там, как они сохраняют деревья в городе при какой-то новой застройке, при плакалке каких-то коммуникаций. То есть это вот да, чуваки, которые работают с большими деревьями, действительно такие вот узкие специалисты, можно сказать. А, ну и там это тоже тема обсуждалась, уже так кулуарно мне помнится. И я говорю, ну как это, слушай, ну как не замазывать? Он говорит, ну а, зачем? Я говорю, ну чтобы инфекции не попала. Ну очевидно же, что ты, что ли? Ну подумай. Он говорит, ну окей, хорошо, допустим. Много ли инфекции надо места? Ну споры, чаще всего, но инфекция какая? Это грибы. Значит, споры, они дико мелкие. Я говорю, нет, много места не надо. Он такой, окей, ты пиарная стрижка. Будем кончики замазывать. Я такой. Блин. Наверное, нет. Я говорю, ну почему? Ты же понимаешь, что. Рана-то открытая. открытая рана, она там, на, на, на каждой, даже самой маленькой ранке там миллион этих спор усядутся, еще место останется. Ж... Вот. А, ну, с тех пор, опять же, начал там интересоваться, споры во все эти дискуссии, то все, пятое-десятое, свои какие-то там наблюдения усилил, да, по участкам езжу, то есть, какие-то вещи, я там не обращал внимания, сейчас стал, да, мне еще повезло, что у меня каждый год знаешь два десятка новых объектов на посмотреть угу. то есть меня зовут то усыхает это усыхает то есть у меня очень хорошая насмотренность в этом плане то есть в этом ну это это прикольно я не то чтобы горжусь я радуюсь что по есть. годам все да да и по годам и по ну в общем есть есть вот эта вот насмотренность по поводу проблем со стенями я такой когда меня на эту мысль натолкнули, что все эти замазки там, вообще не то, что не нужны, а даже вредные. я так более пристально, более детально стал смотреть к деревьям и, опять же, задавать вопросы заказчикам. То есть, иногда, знаешь, приходишь, ну, вот некроз у яблони. Чего некроз? Почему некроз? Что ты делаешь? Да нет, ничего нет. Ну, uh -huh. ну, хрен его знает. Потом ты такой, а вы типа веревку не подвязывали вот в этом? Uh -huh. Да, но у нас там 10 лет стояло. А, ну вот, значит, там тряпка, вот это замокание, uh -huh. да, то есть такие вот вещи старые там, молдовые, какие-то приемы, ты их видишь, видишь за ними. Ну, то есть, много на что начинаешь обращать внимание, в том числе и вот на эти замазки. По итогу, общаясь с коллегами, дискутируя на эту ситуацию, наблюдая за чужими садами, за своими какими-то работами, проводя специальные опыты, где я там специальный клен прям обдирал, у меня есть там две раны, оставлял одну, я там yeah, запечатывал, yeah. вторую оставлял. Вот, я для себя решил, что, да, действительно это не нужно. Да, и наблюдая в обратную сторону, то есть, у меня есть много деревьев, которые вот я там в том числе с 17 -го года уже не использую эти замазки. Ну, 17, я понимаю, что с 17 по 23, наверное, не самый большой в период в масштабах жизни дерева. Но, тем не менее, это все-таки там 6 лет. Я смотрю, как вот эти, там старые срезы затянулись. Найти-то uh -huh. их там найти не могу уже, нету их давно. Все, uh -huh. в порядке, деревья живут. Ну, в общем, для меня вопрос решенный. Никакие замазки не нужны. Если вы соблюдя... соблюдаете все прочие правила. То есть, если дерево посажено правильно, в нужном месте, с нужной подготовкой, если правильно мы его обрезаем хорошим инструментом, в нужных местах, опять же, по правилам, то, ну, типа, все будет здорово. Всё. Короче, нет замазки, нет краеду и да, грифосату. Нет, да, караеду. Караед нужен, он нужен и важен. На частных территориях, ладно. Ну что, Алексей, спасибо тебе большое. До новых встреч. <свят> да, спасибо тебе большое, что пришел. Да, пожалуйста. Очень, спасибо, что позвал, как говорится. Мне кажется, очень продуктивная беседа получилась и большинство вопросов, которые волтовали наших подписчиков, наших зрителей. Ответственный, от этого как это. Ответы на заявки. Да, да, да. Кстати, заявок ты не было. Видишь, я говорю, какие вопросы Алексею? Говорит: Да, а не я... же не знает, никто. Алексей красавчик, вопросов нет. Одна девочка написала: как, чтобы, Что нужно сделать, чтобы все вредители превратились в бабочек? Но мы на этот вопрос ответили: что будет с шелкопрядами там и прочего. Да, да, Поэтому да, таких да, пожеланий да. нам не надо. Все, Сейчас до скорых так. встреч.